Надежда Викторовна, если меня мама не заберет, я буду тут жить. Да как же ты тут будешь жить? Она тебя обязательно заберет, она же тебя любит. Я уверена, ее задержало какое-то очень важное дело. Надюша, ну что, всех моих уже разобрали, пойдем? Не могу пока. Не, ну его мамаша опять в своем репертуаре. Интересно, кем она работает? Да никем она не работает. Да, Верочка, не нравится мне уже этот цвет ногтей. Да. Здравствуйте, Эльвира Александровна. Здравствуйте. Ага, ну перекрасим. Давай, иди одевайся. Эльвира Александровна. Я перезвоню. Простите, пожалуйста, нам поговорить нужно. Я пойду водички попью. Давайте быстрее только, у меня куча дел еще. Дело в том, что Денис, он немного замкнут, у него совсем нет друзей. И он все время затевает драки. Дети дерутся, это нормально? Да, но Денис особенно нервный. Мне кажется, ему не хватает вашего внимания. Вы все время забираете его последним, а иногда ему кажется, что вы за ним не придете. При этом он видит, как других ребят забирают вовремя и часто срываются на них. Денис, давай быстрей! Пожалуйста, уделяйте побольше внимания ему. Ну, поговорите с ним, обнимите его. Я сама знаю, что мне делать с моим сыном. Дело в том, что если вы все оставите как есть, в скором времени ему понадобится помощь психолога. Вы хотите сказать, что я делаю своего сына психом? Да нет, ну... Ты кто такая, чтобы читать мне нотации? Знай свое место, воспиталка. Ольга Сергеевна, к сожалению, обрадовать вас не могу. Экстракорпоральное оплодотворение вам противопоказано. Оль, только не волнуйся, пожалуйста. Доктор, какие есть еще варианты? Можно воспользоваться услугой суррогатной матери. Ну, раз нет другого выхода, я готов. Я не хочу, чтобы нашего ребенка вынашивала женщина, для которой это просто способ зарабатывания денег. Послушайте, ну вы можете попросить об этом кого-то из своих родственников. Так многие делают. У нас нет таких родственников. А Лера? Твоя сестра? Ну, ты шутишь? А у вашей сестры есть дети? Ну, или были? Нет. Тогда она не подходит. Ну что ж, раз нет другого выхода, будем обращаться к посторонним. Вы зря так беспокоитесь. У нас есть отличные кандидатуры, проверенные. Вы можете лично пообщаться с каждой из них и сами выберете суррогатную маму. Я подумала. Ну, может, все-таки возьмем из детдома? Родная моя, мы это уже обсуждали. Ну, мне нужен мой ребенок, нам нужен наш ребенок. Но лучше будет не совсем наш. Ну, его 9 месяцев будет вынашивать какая-то женщина, о которой нам ничего не известно. У меня есть мысль, кто может стать суррогатной матерью. Кто? По дороге обсудим. Надюш, это мамаша из блатных. Она заплатила заведующей за то, чтобы ее сына взяли к нам в сад. И считает себя здесь на особом положении. Будь поосторожнее с ней. Катя, какая разница, из блатных она или нет? Речь ведь не о ней, а о ребенке. Ну... Надежда Викторовна, хорошо, что вы здесь. Почему Синицкая до сих пор не сдала деньги на новые шторы? Инга Эдуардовна, у Синицкой сейчас тяжелое финансовое положение. Она в разводе, одна воспитывает двоих детей. Ну что? Ни я, ни вы не обязаны вникать в ее проблемы. Примите меры, пожалуйста. Вот грымза. Ну что, ты наконец-то решила обновить гардероб? Кстати, эта кофточка очень миленькая, тебе пойдет.
Да кофточка подойдет, а вот кроссовки новые Полинки давно нужно было купить. Понятно. Ничего себе, все дочери. Ты когда начнешь думать о себе, любимая, а? Для меня любимая, у меня есть дочь. Слушай, я, конечно, понимаю, что ты идеальная мама, но, может, стоит задуматься над тем, чтобы у Полины появился отец? Пусть и не идеальный. Интересно, а на кроссовки у них скидки есть? А вот если бы у Полины был папа, он бы купил ей любые кроссовки. Ты бери пример с меня. Ну и что, муж постоянно в командировках. Дома бывает редко, деньги зарабатывает. И идеальный мужчина. Мужик должен любить тебя. Будет любить тебя, будет любить твоего ребенка. Ну что, голос разума проснулся? Более чем. Серьезно? Надо брать. Думаю, в конце недели купим. Может, я тебе одолжу, и ты купишь прямо сейчас? Нет, Кать, спасибо, конечно. Ты же знаешь, что я не люблю жить в долг. И потом обувь ее же нужно мерить. Спасибо, дорогая. Ладно, тогда сейчас ко мне на чай. Идем. Нет, я не могу, у меня же сегодня Куренева. Блин, вот это облом. А я распланировала. Надь, мы закончили? Как неожиданно она взялась, оторвалась и все. И... Да не переживайте, это я разбила эту вазу. Правда? И чтобы Коля не расстраивался, я просто ее приклеила, потому что он ее подарил на годовщину. Ну, честно, вообще она уродливая. Ну, а как ваша Полина? Хорошо. Скоро соревнования? Через 2 недели. А не будьте против, если мы с Колей придем за него поболеть? Конечно, приходите. Мы будем очень рады, если вы придете. Хорошо. Когда закончите, спуститесь вниз, пожалуйста. Мы вас там ждем. Нужно поговорить. Я тебя умоляю, Лерон. Лерка, как я люблю этот хруст. Клиент наш оказался. Лопух. Ты же видела, как он подписывал документы? Весь такой. Золотой Паркер, коплы. Золотые. Не глядя. Ну, дай Боже. Чик-чи. Погоди. Что? Это мое вознаграждение. За гениально закрытую сделку. Чуть не забыл. Ты забудешь. Сейчас. Ну, конечно. Вообще, когда я с тобой рядом. Валерия, я забываю про все на свете. Деньги еле засунула в сейф. Подожди, закрою. Я не могу ждать. Лера. Не подглядывай. Моя очаровательная бизнес-леди. Ой, да. Жалко только, что мой бизнес – это риэлторская контора, а не нефтяной концерн. Ну, потерпи еще немножко. Совсем скоро твоя контора станет номер один в этом городе. А все почему? Почему? Ну? Ну? Потому что с тобой работали гениальные юристы. Скромность, смотрю, это не твой конек, да? Да, я гений прочь сомнений. Так что? Что? Ну, не вопрос. Звони в ресторан, заказывай столик и отметим. Хочешь сделать это в ресторане? Может, в Немермаге? Привет. Вот зараза ты такая! Дверь закрыл? Да. Пойду посмотрю. Мы ждем кого-то? Да не ждем. Вы хотите, чтобы я стала суррогатной матерью вашего ребенка? Да. Ну почему я? Там, в этом медицинском центре, неужели нет подходящих женщин? Просто мы с Колей
Не хотим, чтобы нашего ребенка вынашивала какая-то посторонняя, подходящая женщина. А вы не посторонняя. Вы уже год у нас работаете, и, не знаю, мы вам доверяем. Надя, если вы согласитесь, пройдете медицинское обследование, подойдете по состоянию здоровья, то мы с вами заключим официальный договор. И я заплачу вам гораздо больше, чем платят обычно. Потому что нам нужны именно вы. Да. 40 тысяч евро вас бы устроили? Нет, извините. А почему? Может быть, вы хотите большую сумму? Так мы это обсудим. Это дело не в деньгах, но... При чем здесь деньги? Вы... Послушайте, ну это ненормально. Как можно вынашивать чужого ребенка? Ну, я не очень себе представляю, как это возможно. Ну, вы же меня понимаете? Понимаю. Ну что ж, ваша позиция мне ясна. Очень жаль. Вы мне, пожалуйста, извините, мне пора. Ну, может, вы еще передумаете? Мы подождем. Нет. Извините. Константин Иванович, рада вас видеть. Да? А я вот совсем не рад, Валерия Евгеньевна. А что-то случилось? Случилось? Хозяин склада, который вы мне подсунули, не имел права его продавать без согласия своей бывшей жены. Так. Константин Иванович, да, на момент совершения сделки они были мужем и женой. Формально. Так как уже состояли в процессе развода. Поэтому это всего лишь несущественный... Без документально подтвержденного согласия этой женщины, этот договор Филькина грамота. Вы прекрасно это знаете. Он недействительный. А я хотел завтра ремонт там делать. Вы не волнуйтесь, мы что-нибудь решим. Нечего тут решать. Вы сейчас вернете мне деньги, и все. Вот, пожалуйста. Пересчитайте. Герман. Если вы хотите, да, вы имеете на это право. Мы аннулируем договор, вам останется только его подписать. И на этом, надеюсь, инцидент будет исчерпан. Мы приносим извинения за это упущение. Это не упущение. Это мошенничество чистой воды. Я вообще мог бы сюда не заходить, а сразу пойти в суд. И только из уважения к Николаю я решил лично сообщить. Я уверен, если бы ваш брат знал, чем вы тут занимаетесь, он никогда не посоветовал бы мне вашу контору. Очень прошу, давайте будем точны в формулировках. Нет никакого мошенничества, есть юридический казус. Знаете, это не вам решать, это в суде решат. Мошенничество это или казус. Да вы неправильно все поняли. Отлично, все закончила. Хорошо. Все, слазь. На сегодня закончили, достаточно. Все, завтра только добавим парочку элементов. Можно я добавлю двойное сальто назад? Пока нет. Пожалуйста. Мы к этому вопросу вернемся попозже. Сейчас ты молодец. Ты совсем справилась, все, достаточно. Мам, привет. Я сейчас. Привет. Одевайся. Мама, можно мы сегодня с Оксаной в кино сходим? Когда? Сегодня в 9. Говорят, классный фильм. Там Хатчерсон играет. Думаю, что не стоит. Почему? Вариночка, ты помнишь, что у тебя завтра утром тренировка? Ты о чем задумалась? Расстроилась, что в кино не пошли? Нет, мам, не расстроилась. Тренировка важнее. А что тогда? Я так волнуюсь перед этими соревнованиями. Ну, что-то ты рано, есть еще время поволноваться. Мам, Динамо Кристина Лосева, знаешь, какая крутая? Ты у меня круче. Угу, у нее программа сложнее, чем у меня. Мам, а давай вместе уговорим тренера, чтобы она мне разрешила сделать двойное сальто назад, а? А тренер почему против? Говорит, что мне еще рано, а я смогу. Ну что, попросим ее? Полиночка, раз тренер считает, что рано,
значит, тема закрыта. Я вот не понимаю, как тебе вообще кусок в горло лезет? Плотный обед помогает мне думать. Думать? Мыслитель. Ты же говорил, что клиент лопух и все прокатит. И что? Он теперь в суд на нас подаст? А скажи, твой брат и этот наш лопух, они как давно знакомы? Вообще, какие у них отношения? Твой брат может его как-то уговорить? Нет. Я не хочу палиться перед своим правильным братцем. Нужно придумать другое решение. Так он же ему расскажет. Они же приятели. Поэтому тебе надо его опередить. И поговорить таким образом, что, мол, у вас не было никакого злого умысла. Мы не доглядели. Упущение. И вообще, я думаю, что до суда не дойдет. Я бы рискнул. Угу, ты уже рискнул. Со своим бизнесом за границей. И что? Что? Лишение лицензии. Я считаю, что ты еще легко отделался за свои махинации. Ну, я же отделался, Лер. А я вот думаю, что мне так не повезет легко отделаться. И дело дойдет до суда. В таком случае тебе нужно поговорить с братом. Пусть он решит эту проблему. Полин, мы как с тобой договаривались по поводу мобильного видео? Перестань портить глаза. Мам, смотри, это двойное сальто назад. Тут все просто, у меня точно получится. Ничего себе просто. Да я его пошагово уже посмотрела. Там в самом начале надо очень сильно толкнуться. Тебе тренер что сказал? Нет, значит нет. Ты у меня и так победишь, без всякого двойного сальто. Мам, ну с двойным сальто я точно бы победила. Представь, я стою на пьедестале, на первом месте. Ты мне из зала машешь, потом подходишь ко мне. Все на нас смотрят, соперницы мои завидуют. Жаль, что у нас нету папы. Был бы папа, у нас была бы настоящая семья. У Светы и у Оксаны папа с мамой всегда приходят на соревнования. Ну, Полин, разве так у нас с тобой не настоящая семья? Настоящая, но... Оленочка, мы же уже говорили по поводу твоего папы. Ну, так получилось, что мы с ним расстались. Еще до твоего появления. Неужели ты хочешь, чтобы я тебе сказала, что он летчик, космонавт, пожарный, который погиб как герой? Ну, я всегда хотела быть с тобой честной. Лучше уж горькая правда. А может, было бы и лучше, если бы ты не соврала. Тогда бы я не думала, что мой отец живет где-то там. Ему плевать, что у него есть дочь. Ладно, спокойной ночи. Да, Владислав Олегович, конечно. Могу через сколько? Минут через 20. Нет, не вопрос. Удобно, удобно. Удобно. Я подъеду. Я не поняла, кто такой Владислав Олегович? Что ты среди ночи спешишь, сломя голову? Наш потенциальный клиент, Лера. У меня с ним переговоры юридические. Так а почему такая срочность? Почему нельзя перенести встречу на завтра? Нельзя. Дедушка очень капризный, старенький, полуношник. Он зависает по клубам с девчулями. Позвонил, все, давайте едьте. Я лучше сделаю один раз, как он хочет, чтобы нам потом было хорошо. Окей? Владислав Олегович, добрый вечер. Добрый, говоришь. Значит, ты принес мне деньги? Пока нет. Герман, мне бы не хотелось идти на крайний мир. Владислав Олегович, я рассчитывал отдать долг с тех денег, которые получу за крайнюю сделку. Но совершенно неожиданно для меня мой клиент аннулировал договор. Он у меня сорвалась сделка. Сорвалась, говоришь.
Когда ты пришел ко мне за деньгами на открытие юридической фирмы, я раз долго думал? Я пошел тебе навстречу, дал бабки, даже без процентов. Да, но вы ведь хотели брать процент со следующего видео. А и что в итоге? С бизнесом-то у тебя не срослось? И хотел бы я сказать, что это твои проблемы, если бы не мои деньги. Признаюсь, я огорчу. Очень. Я отдам. Вернешь, конечно. Если не хочешь проблем со здоровьем. Как минимум. Чтобы 1 числа деньги были у меня. Я вас услышал. Ради бога, не думайте, что я... На джерью. Переходи, переходи на руку. Хорошо сейчас. Давай сейчас еще раз вторую часть, просто отдельно. А можно я попробую двойное сальто назад? Нет, ты не готова. У меня получится. Кто я? Как кто? Вы мой тренер. Ну, поэтому мне лучше знать, что ты сейчас можешь сделать, а что нет. Пожалуйста, вторую часть. До конца. Со скоком бланш. Зайдите ко мне, пожалуйста. Слушай, что-то наша Грымза сегодня не в духе снова. Смотри, на рожон не лезь. Постарайся, посмотри за моими. Хорошо. На джердью. Переходи, переходи на руку. Не дергай головой. Соскок, Полина. Полина, не смей. Полина! Надежда Викторовна, на вас поступила жалоба от мамы Дениса Левашова. Вы хамили ей в присутствии ее сына. Инга Эдуардовна, я не хамила ей. Я объясняла ей ситуацию, сложившуюся с ее сыном. Я не сомневалась, что вы все будете отрицать. Да нет, я могу вам дословно передать наш разговор. Мне это неинтересно. В общем, я рекомендую вам впредь не превышать своих должностных обязанностей. Но в мои обязанности входит беседовать с родителями, если я вижу, что они вредят собственному ребенку. Ваше мнение ничего не значит. Но... Вы, если вас что-то не устраивает, можете уволиться. Я вас не держу. Надеюсь, вы поняли меня. Вижу. Поняли. Да, Ирина Николаевна. Что? Как упала? Здравствуйте, мне сказали, Полина Соловьева, реанимация. А у девочки кто? Я мама. Я Алексей Вершинин, нейрохирург, делал операцию вашей дочери. Что с ней? У нее перелом позвоночника и задет мозг спиной. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии, еще пока без сознания. Я хочу ее видеть. Только недолго. Вам можно идти? Я могу остаться. К сожалению, не положено. Вы не беспокойтесь за вашу дочь. Она находится под постоянным контролем. Вы можете прийти завтра. Скажите, последствия у этой травмы какие? Ну, очень тяжелые. Это же позвоночник. Когда она сможет приступить к тренировкам? Она занимается спортивной гимнастикой. Извините, вас как зовут? Надежда Викторовна. Надежда Викторовна, после таких травм люди иногда не ходят. Не говоря уже о спорте. Коль, ну я уверяю тебя, я сама лично проверяла документы. Я понятия не имею, как вообще возникла эта ошибка. Я просто очень устала. Я каждый день как белка в колесе. Ну ты же меня знаешь, у меня все всегда честно. А тут вдруг такое.
Это же пятно на моей репутации. А если суд? Это вообще ужас. Ну, Лер, Лер. Я все понял, и я целиком на твоей стороне. Правда? Ты веришь мне? Ну, конечно, верю. Ты же моя сестра. Спасибо тебе большое. Я обязательно переговорю с Костей, все ему объясню. Угу. И наверняка он передумает. Думаешь, все будет хорошо? Я Костю знаю не первый год. Он человек вспыльчивый, но быстро отходит. В общем, решим вопрос, Лер. Решим. Коля! Ну? Спасибо тебе большое. Я так тебе благодарна. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Я хочу, чтобы ты знал, что если вдруг тебе понадобится какая там моя помощь, я всегда, всегда сделаю все, что в моих силах. Ловлю на слове, сестренка. Я обещаю тебе. Идем чаю выпьем. Идем. Доктор, что нужно сделать, чтобы моя дочь начала ходить? Прежде всего, нужно будет поставить имплант поврежденного позвонка. Ну и последующий длительный курс реабилитации за границей. Это будет стоить немалых денег. Сколько? 40 или 30 тысяч евро. Но вначале нужно дождаться, пока позвонок срастется, это где-то месяца два. Ну и после этого уже импланты ставить. Ты же я найду такие деньги за такой короткий срок. Есть благотворительные фонды, я могу вам дать телефон. Думаете, там помогут? Возможно. И за такой короткий срок я должна найти эту сумму. Может, квартиру продать? Да нет, ну ты что? Куда вы потом вернетесь? Где жить будете? Да придумаем что-нибудь. Это не вариант. Почему? Надюш, ну подумай сама. Квартира у тебя однокомнатная. Этих денег даже на лечение не хватит. Да, не хватит, наверное. Но такой огромный кредит мне не дадут с моей зарплатой. Родственников нет, помочь некому. Блин. Мы так не вовремя взяли этот кредит на машину с мужем. Надюш, прости, я финансово никак не смогу помочь. Господи, за что же нам это все? За что так моя девочка? Надюш, ну что-то придумаем, ну как-то оно будет, ну. В общем, я ради дочери сейчас готова на все. Надь, спасибо вам. И мы очень вам сочувствуем. Это большая обида. Надь, раз вы твердо решили стать для нашего ребенка суррогатной мамой, не будем тянуть. Завтра же пойдем в медцентр, вы пройдете все необходимые обследования. И в случае подтверждения, что медицинских противопоказаний нет, мы заключим с вами официальный договор. И, конечно же, мы сразу выплатим вам часть суммы, не дожидаясь ЭКО. Благодарю. Да, конечно. Благодарю. Да, Надя, еще. Было бы лучше, если бы вы взяли отпуск на время обследований. Да, да, конечно. Спасибо. Мам, а долго мне еще здесь лежать? Доктор сказал, как минимум месяц. Может быть, два. Два месяца? Значит, я пропущу соревнования? Придется. А там, между прочим, отбор на чемпионат страны. Если я пропущу, мне потом целый год ждать. Оль. Ты поговори с врачом. Может быть, какую-то специальную повязку мне сделать или заморозку. Оленька. Мам, если будет больно, не страшно, я потерплю. Ну, может, и не получится. Слишком тяжелая травма. Ну, ладно. Зато за год двойной сальто назад точно научусь делать. Мам, ты чего? Родная моя, после такой травмы, как у тебя,
спорт не возвращается. Никогда? Думаю, что да. Мам, что ты такое говоришь? Ну почему? Ну, после таких травм не занимаются спортом. Значит, все? Ну, как я теперь? Ну, что уж случилось. Не конец света. Будешь чем-то другим заниматься. Чем другим, мам? Чем? Будешь архитектором. Помнишь, ты мечтала? Рисовала. Планы строила. Мам, я ног совсем не чувствую. Скажи мне только честно. Я на всю жизнь останусь инвалидом? Нет. Ты будешь ходить. Просто нужно лечиться. Это правда? Ты меня не обманываешь? Конечно, правда. Я разве когда-нибудь тебя обманывала? Да-да. Простите, пожалуйста, я только что сдала анализы. Хотела бы узнать по поводу сроков получения результатов. А вам разве не сказали? Да нет, сказали, что несколько дней. Что нельзя ли как-то ускорить процесс? Присядьте. Я понимаю, вы нервничаете, волнуетесь. Да нет, мне просто очень важно, чтобы все прошло удачно. Ну, разумеется, всем женщинам, которые сюда приходят, это важно. Иначе бы они не пришли, правильно? Нет, нет, у меня случай особенный. А не особенных случаев вообще не бывает. Ну, поймите, ничего ускорить нельзя. Нужно просто успокоиться и подождать. Гуляйте побольше на свежем воздухе, сходите в кино, почитайте книгу, но только со счастливым концом. Если результаты будут хорошие, вам еще предстоит процедура ЭКО. И поверьте моему опыту, чем спокойней вы будете, тем выше вероятность удачного исхода. А что, ЭКО еще может быть неудачным? Ну, всякое случается, но вы об этом не думайте. Все будет хорошо. А насчет анализов, не волнуйтесь, как только мы получим результаты, мы вас наберем. Да, хорошо. Я постараюсь успокоиться. От всей души вам это рекомендую. И еще раз, все будет хорошо. Благодарю. Вы звонили в фонд? Да, я им звонила, но они сказали, что не могут помочь в такие короткие сроки. Это почему? Ну, потому что у них там очередь. Но все в порядке. Я нашла работу. То есть я... Мне дадут деньги. В общем, обещанных денег хватит на лечение Полины. Вы в этом уверены? Да, я уверена, все будет хорошо. Слушай, я это Полинке купила. Передашь? Хорошо, спасибо, Катюша. Я хотела бы ее навестить. Ты сообщи, когда можно будет. Хорошо, скажи, когда лучше будет прийти. Сейчас пока нельзя. Угу. Ладно. А что, врач? Как впечатление? Вершинин? Угу. Говорят, что ты самый лучший хирург. Раньше в столичной клинике работал, какой-то очень престижный. Ой, это хорошо. Молодой, взрослый. Сколько ему лет? Лет 35-40. Женат? Кать, я сейчас об этом меньше всего думаю. Ну, не скажи, ну, допустим, если он к тебе хорошо относится, он может лучше лечить Полинку. Судя по нему, сложно сказать, что он к кому-то может хорошо относиться. Какой-то бездушный сухарь. Ладно, неважно, лишь бы врач был хороший. Ой, извини, может быть, по поводу анализов. Алло? Да? Да, хорошо, спасибо. Да, до свидания. Ну что? Из клиники звонили. Сказали, что результаты положительные, я подхожу. Ну, отлично. Здорово, все будет хорошо. Да, это только начало. Теперь лишь бы с ЭКО все хорошо вышло. Все будет нормально. Так, держи это. Передавай Полинке привет. Я скажу, когда лучше будет зайти. Да, хорошо. Все, все, созвонимся. Я вечером к тебе забегу, ладно? Хорошо.
Ну что, с основным договором все. Перейдем к дополнениям. Пункт 3.4. О форс-мажорных обстоятельствах. Нужно определить, кто будет выполнять условия договора в случае смерти заказчиков и станет опекуном ребенка после его рождения. Позвольте? Пожалуйста. У вас есть кандидат в опекуны? Только моя сестра. Она наша единственная родственница. Она согласна? Она еще не в курсе. Ты думаешь, Лера согласится? Я надеюсь. Я сегодня же с ней поговорю. Хорошо. К дополнениям вернемся позже. Ну что, подписываем основной договор? Коля. Привет. Привет. Привет, привет. Спасибо тебе большое. Проблема с клиентом решена. Да, он снял все претензии. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Ну, был рад тебе помочь. Спасибо. Кофе, чай? Да, с удовольствием. Пойдем? Идем. Ты чай или кофе? Чай черный. Я помню. Черный чай и кофе. Да, хорошо. Спасибо. У меня к тебе есть встречная просьба. Ну, все, что хочешь. Понимаешь, мы с Олей решили воспользоваться суррогатным материнством. Ну, ничего себе. Слушай, а что, других вариантов нет? Ну, мы все перепробовали. Это единственный выход. Ну, ты же знаешь, как мы хотим ребенка. Да. Слушай, а как же усыновить? А вот этого уже я не хочу. Ну, дело ваше. А при чем здесь я? В договоре на случай форс-мажора нужно вписать опекуна будущего ребенка. И мы решили попросить тебя... Подожди, какого форс-мажора? Я ничего не понимаю. Ну, это если на случай... умрем с Олей, например. Ну, это просто формальность, на самом деле. Нормально, простая формальность. Коль, ты в своем репертуаре. Подожди, значит, если вы вдруг умрете, не дай Боже, то я стану опекуном вашего ребенка, правильно? Да не волнуйся, у нас все в порядке и с сосудами, и с сердцем, так что инфарктов, инсультов не предвидится. Это слава Богу. Вот, ознакомься. Спасибо. Спасибо. Ну что? Подпишешь? Ну, а куда же я денусь? Если тебе нужно, конечно, подпишу. Так. Ну что, можно вас поздравить? Да рано еще. На днях нашей суррогатной маме проведут ЭКО, а там видно будет. Ну что, давай тогда за то, чтобы ЭКО прошло удачно. Только ты держи меня в курсе, ладно? Конечно. Как только что-то будет известно, я сразу же тебе сообщу. Так что процедура прошла успешно. Ну, давайте сдвинемся. Ну, теперь осталось только ждать, как приживется эмбрион. А вот и наша будущая мама. Нет-нет, будущая мама – это Ольга. Я просто помогаю хорошим людям. Ну как? Все хорошо. Ну, простите, у меня пациент. Лиха беда начала. Да. Будем стучать по дереву, держать кулаки. Да. Ой, вы уже перевели мне деньги? Да, как и договаривались. Сегодня же оплачу Полине отдельную палату. Как она? Держится. Вот бы у нее все было хорошо. А мне, извините, мне нужно к дочке бежать. Мы вас подвезем. Конечно. Ой, спасибо большое. Прошу. Ой, как здесь хорошо. Даже туалет есть. Ага. Душновато только, да? Давай сейчас окна откроем, проветрим. Правда хорошо? Ну-ка посмотрим, что там у нас. Мне сегодня снилось, как будто я на соревнованиях. Заняла первое место. Иду к пьедесталу, а вместо меня стоит другая. Все ее поздравляют, а я не понимаю, что происходит.
лучше. Мам, почему это все происходит со мной? Почему? Мне всегда кажется, что я проснусь от этого страшного сна и буду здорова. Родная моя мама, Олечка, ты же у меня умница. Мы же с тобой умеем вперед смотреть. Все будет хорошо. Давай, то, что было, то было. Мам, будем идти дальше. Ну какое дальше? Ну как, устроились? Да. Ну хорошо. А долго я буду в этом ездить? Я думаю, что год или меньше. Целый год? Ну. Почему так долго? Ну это еще не долго. Могло быть и хуже. Благодаря своей хорошей физической форме ты избежала более тяжелых травм. Вот. Но для того, чтобы тебе выздороветь, нам нужна еще одна операция. А что мне будут делать? Мы будем менять поврежденные позвонки на металлические импланты. И через год я смогу ходить? Сможешь, но это зависит не только от врачей, а от тебя лично. Поэтому ты должна верить и бороться. Хорошо? Если у тебя есть какие-то вопросы, обращайся, я всегда отвечу. Хорошо? Надь, вы не зайдете ко мне в ординаторскую? Нам нужно кое-что обсудить. Да-да, хорошо. Мам, а кто будет делать мне операцию? Вершинин? Нет, операцию тебе будут делать за границей. За границей? А разве у нас есть деньги на это? Есть. Откуда? Я нашла новую работу. Надежда Викторовна, насколько я понял, вы не до конца уверены в своей подработке. Может, вам стоит обратиться в другие фонды? Я уже заключила договор на эту сумму, о которой мы с вами говорили, и мне уже выплатили часть денег. А, в таком случае вопрос решен. Я выслал в немецкую клинику данные и историю болезни Полины, анализы и рентгеновские снимки. Мы ждем ответ. Спасибо. Это моя работа. Ну что ж, могу вас поздравить. Эмбрион прижился в рекордно короткие сроки, на 4-й день после переноса. Так что теперь правильное питание, прогулки на свежем воздухе, только положительные эмоции. Спасибо большое. Ну, пока не за что. У нас с вами еще долгий путь впереди. Еще раз акцентирую, здоровое питание. Простите, а можно сделать звук на экране? Погромче, пожалуйста, сделайте. Вчера около 6 часов вечера на загородном шоссе номер 19 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель фуры заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем. Уже известно, что в машине находился известный бизнесмен Николай Коренев с супругой. Оба погибли на месте. Водитель фуры не пострадал. Господи, как я устала от этих похорон. Верно, все. Все же уже позади. Отдохнешь. Ты шутишь? Какой отдых? У брата одной недвижимости на 10 миллионов. И нам нужно скорее это все получить, а потом найти нужного человека, который возглавит его огромную компанию. Значит так, Герман, вот доверенность, заверенная нотариусом,
на ведение дел от моего имени. Нужно скорее вступить в наследство. Не получится скорее, Лер. Я понимаю, что официально нужно, чтобы прошло 6 месяцев на то, чтобы я вступила в право наследования. Но я же единственная наследница, поэтому проблем не будет, и можно решить вопрос быстрее. В том-то все и дело, что ты не одна. В каком смысле? В прямом. Суррогатная мать, ты забыла? Она носит ребенка твоего брата. Значит, по закону, этот ребенок является полноправным прямым наследником. Понимаешь? Черт! У меня вообще это вылетело из головы. Слушай, подожди. Коля говорил, что он обязательно мне позвонит, если ЭКО пройдет хорошо. Может быть, она не беременна? Может быть. Может, он забыл. Может, не успел сказать. Нужно позвонить туда, нужно найти этот договор. Так, куда я его положила? Как-то все ужасно. Нелепо и неправильно. Согласен. Но вам повезло. В договоре были предусмотрены подобные форс-мажорные обстоятельства. Повезло. Что теперь будет с этим ребеночком? Корень вы поручили опеку над ребенком своей единственной близкой родственнице Валерии Евгеньевне Красоцкой. Она выразила свое согласие подписью и теперь будет обязана выполнять условия договора. То есть она выплатит мне оставшуюся 2/3 суммы? Да. А если она откажется? Не исключено. Но в данном случае она обязана будет выплатить вам компенсацию и оплатить аборт. Я свяжусь с Валерией Евгеньевной, мы с вами встретимся втроем и все обсудим. Хорошо, я буду ждать вашего звонка. Всего доброго. Да? Да, это я. Кто? Я юрист из Центра репродуктивной медицины «Сергеев». Нам необходимо встретиться по поводу договора с суррогатной матерью, который заключили супруги Кореневы. Так а что получается? Эта женщина беременна? Да. И в связи с трагической смертью ваших родственников мы должны обсудить вопрос по исполнению условий договора. Да-да, конечно. Я могу подъехать прямо сейчас. Давайте я свяжусь с Надеждой. Мы оговорим с ней время, и я вам перезвоню. Катя, я все время думаю об этом ребенке. Корень, его были хорошими людьми, и они доверили мне его жизнь. Ты сейчас на что намекаешь? Даже если Валерия откажется от опекунства, я вряд ли решусь на аборт. Прекрасно. А кто будет тебе платить за то, что ты его вынашиваешь? Никто. То есть ты останешься без денег, без компенсации? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Катя, компенсации все равно не хватит на операцию. Да и дело не в этом. Корень, вы очень хотели, чтобы этот ребенок появился на свет. Да и он, в конце концов, не виноват, что так все произошло. Я просто не смогу его убить. Послушай, Надюш. Мне кажется, ты сейчас должна думать про Полину, о том, что ей нужна дорогостоящая операция. Если ты откажешься от компенсации, где ты возьмешь деньги? Не знаю, может быть, фонды помогут или, в конце концов, квартиру продам. А если не помогут, что тогда? Останешься одна, с 2 детьми, одним больным, а вторым чужим на шее? Мать героини, квартиру она продаст. Остынь немного. С чего ты вообще взяла, что эти родственники Кореневых откажутся от малыша? Ты права. Я просто себя накрутила. Господи, да я эти документы подписывала формально. Я никак не ожидала, что Коля с Ольгой внезапно не станет.
Да, и мое финансовое положение сейчас очень шаткое. Вы помните, что в случае вашего отказа от обязательств по договору вы обязаны выплатить компенсацию Надежде? Да. Я все помню. Просто воспитывать ребенка – это еще дороже. Да даже дело не в деньгах. Я просто не могу воспитывать его одна. Господи, мне так плохо. Могу попросить вас дать мне стаканчик воды? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Валерия Евгеньевна, если это ваше окончательное решение, тогда мы можем расторгнуть договор. Да. Надежда, вы должны подписать вот тут. Возьмите, что не возражаете прервать беременность и получать компенсацию. А что если... если я откажусь? От компенсации? Да, я хочу оставить этого ребенка. Это возможно? Да, возможно. Если Валерия Евгеньевна официально отказывается от ребенка, то вы имеете законное право на него. Вам даже не нужно его усыновлять. Согласно законодательству, мать та, которая родила ребенка. И несмотря на то, что генетически ребенок не ее. О, извините, мне плохо. Мы могли бы прерваться на несколько минут? Да, пожалуйста. Спасибо. Послушай, я отказалась от ребенка, но, похоже, эта мамаша хочет оставить его себе. Как? Почему? Ну, откуда я знаю, почему? Так, может, пусть оставляет, и дело с концом? Лера, ни в коем случае. Подожди, юрист сказал, что по законодательству она будет признана матерью. Это означает, что ребенок не будет иметь никакого отношения к моему брату. Как это не будет? Биологически он остается ребенком Коренева, а значит, и полноправным наследником. Подожди, а что мне теперь делать? Не знаю. Так, ладно, скажи, что передумала и что согласна выполнить договор. А дальше решим, что делать. Угу. Хорошо. Извините. Вам легче? Да, спасибо. Мы можем продолжить? Да. Итак, для того, чтобы аннулировать договор, мы... А мы не будем аннулировать договор. Что, простите? Я приняла слишком поспешное решение. Я готова быть опекуном. Это ваше окончательное решение? Да. Отлично. Вернемся тогда к первоначальному варианту договора. Ознакомьтесь, пожалуйста. Простите, я что-то не очень поняла. Вы же только что сказали, что вам будет трудно воспитывать ребенка. После смерти моего любимого брата и его жены я... не подумала, погорячилась, но, слава богу, у меня было время осознать, что я совершила чудовищную ошибку. Я должна, я просто обязана оставить этого ребенка и воспитывать его как своего собственного. Это мой священный долг перед Колей. Вас устраивает такой ответ? Надежда, теперь у вас есть какие-то сомнения? Да нет, нет, раз Валерия Евгеньевна передумала и решила исполнить договор, я не буду возражать. Ольга и Николай именно ее хотели видеть опекуном своего ребенка. Что ж, я рад, что наш вопрос разрешился. Ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, внесенными в основной договор, и подпишите. А вы могли бы мне предоставить копии всех документов, чтобы я с ними детально ознакомилась? Да, конечно.
Я поняла, почему эта мамаша решила оставить ребенка себе. Почему? Захотела загробастать наследство. Это вряд ли. Она же наверняка не знает, кому оно принадлежит, правильно? Ну, по-моему, это очевидно. Нет. Кореневы могли написать завещание. И по этому завещанию наследство может принадлежать кому угодно. Даже на благотворительность пойти. И только нам с тобой известно, что никакого завещания нет. Вот. Значит, она этих тонкостей может не знать. Всех может не знать, да. Тогда я не вижу другого объяснения. Зачем ей оставлять чужого ребенка и отказываться от денег? Где логика? Нет, она что-то мутит. Ладно, раз так все пошло, я оставлю ребенка в нагрузку к наследству. Вот и все. Тут не все так просто, Лера. Смотри, по закону ты не сможешь распоряжаться наследством. Почему? Да потому что. Потому что это деньги ребенка. Ты сможешь брать частями какую-то сумму определенную. На нужды ребенка, и то лишь с позволения опекунского совета. И что мне делать? Вот хороший вопрос. Давай для начала выясним, можно ли как-то надавить на нее. Принудить сделать аборт по закону. Если нет, тогда будем искать другие пути какие-нибудь. Ты взяла копию документов? Да. Давай. Вот все документы. А ты говоришь, материнский инстинкт. Баба все продумала. Тебе лучше в палату вернуться, пока я проветриваю, простудишься. Где Алексей Павлович, не знаете? Доктор Вершинин у заведующего отделения. Тебе он зачем? Кое-что спросить надо. Когда он освободится, я скажу, что ты искала, а сейчас возвращайся в палату. Он сам к тебе придет, хорошо? Давай, давай. Вот снимки Полины Соловьевой. Соловьевой? А, это та юная гимнастка? Да, она самая. Алексей Павлович, я, конечно, не сомневаюсь в вашей компетентности и ценю ваш оптимизм, но, понимаете, положение безнадежное. Вот, видите, осколок кости, он повредил спинной мозг. Я думаю, что операция вряд ли поможет. Игорь Владимирович, я абсолютно не согласен с вами. У меня есть аргументы. Ну что ж, я с удовольствием вас выслушаю, Алексей Павлович. Но вряд ли вам удастся меня убедить. Мне очень жаль, но эта девочка никогда не сможет ходить. Да, Алексей Павлович. Надежда Викторовна, срочно приезжайте в больницу. Что-то с Полиной? Сейчас с ней все в порядке. Она пыталась выброситься из окна. Остальное расскажу при встрече. Чем порадуешь? Ну, может, не особо порадую. Смотри. По закону, беременность можно прервать только если лечащий врач сделает заключение о наличии патологии. Так давай найдем врача и заплатим ему денег. Не вариант. Почему? А если он откажется?
делать липовые документы. Или еще чего доброго пойдет, пожалуйста, руководству. Значит, нужно найти врача такого и заплатить ему столько, Вера, чтобы он не отказался. Мы не можем так рисковать. Это незнакомый человек. Ну, нельзя впутывать третье лицо. Ну, не знаю. Значит, нужно спровоцировать выкидыш. Как? Нужно ее подкараулить, не знаю, там, инсценировать ограбление, посильнее ударить в живот. И кто это сделает? Ты. Ты сейчас серьезно, что ли? Герман, ты же хочешь быть мужем самой богатой и красивой женщины, м? Ну, я мечтаю об этом, да. Ну? Ты серьезно, что ли? Нет, ну давай хотя бы другой способ найдем. Ну, какой-нибудь не такой кровожадный. Есть варианты? Ну? Ну, нет. И пока вариантов нет, будем следовать моему плану, правильно? Ну да. Но если будут варианты... Лера, в общем, я готов, если мы вдруг не найдем другого пути. Я в тебе не сомневалась. Значит так, в этих документах найдешь ксерокопию паспорта, фотографию и адрес. Я думаю, что расписание дня у нее элементарная работа, дома и медцентр. Давай подкараулим прямо сегодня. Я предлагаю не спешить. Во-первых, тебе нужно время. А это еще зачем? Чтобы отвести от себя подозрения. Ты же странно себя вела по отношению к ее ребенку. Могут подумать, что это твоя идея, что это ты организовала все. Знаешь, Герман, иногда ты бываешь у меня очень умным. Секундочку. Алло? Да, это я. Какие документы? А, о продаже квартиры. Да, сейчас, одну секундочку. Поняла. Ты обязательно поправишься, я все для этого сделаю. Что ты можешь сделать, если врачи ничего не могут? Что? Вы со своим Вершининым все время меня обманывали. Неправда. Мы тебя никогда не обманывали. Доктор тоже считает, что ты поправишься. Я не верю. Я слышала, как другой врач сказал, что я безнадежна. Мы с заведующим общались, она услышала. Я в том, что он выразил мысль неаккуратно, что она не будет ходить. Вы не берите в голову. Он хороший администратор, но как врач отстал от времени. Если мы успеем сделать вторую операцию, то все будет хорошо. Я гарантирую. Что с ней? Она засыпает, а ей вкололи успокоительное. Надь, вам нельзя подать в отчаяние. Нужно как-то держаться. Я знаю. Что случилось? Боль? Больно. Боль тупая или режущая? Тупая. Тупая. Надо делать нам снимок. Не надо, я беременна. Вас понял, секунду. Гинекологию набери. Надь, я был у Полины, она спит, все в порядке. Надь, я понимаю, вам очень сложно контролировать эмоции и переживания. Особенно в вашем положении, но надо держаться, распускаться никак нельзя. Не знаю, смогу ли. Ну, конечно, сможете. Будете делать отдыхательную гимнастику. В крайнем случае, я могу вам выписать успокоительное. А главное, думайте о хорошем. Думайте о том, что жизни Полины ничего не угрожает. Но жизнь вашего второго ребенка находится под угрозой. Поэтому вам надо беречься. Ради нее и ради вашего будущего ребенка. Я постараюсь. Тем более, что по условиям договора я обязана это делать. По какому договору? Я суррогатная мать, это ребенок моих заказчиков. А,
Вот откуда у вас деньги на операцию. Да какая разница, откуда деньги? Моя дочь пыталась покончить с собой и может попытаться сделать это снова. Надь, мы сделаем все возможное, что от нас зависит для того, чтобы это не повторилось. Я вам обещаю. Я же понимаю ваши чувства и чувства вашего ребенка. Если бы у меня была такая великолепная дочка, я бы гордился ею. У вас есть дети? Моему сыну могло быть 2 года. Простите, что я спросила. Ничего. Моя жена, она была беременна на 9-м месяце. Упала с лестницы, и в тяжелейшем состоянии ее доставили в клинику. Я должен был делать операцию, но не смог. Не хватило мужества. Поэтому операцию делал мой коллега. И их не стало на операционном столе. Ужасно. Простите, что я заставила вас вспоминать об этом. Я не забывал об этом. Я каждый день думаю о том, что бы было, если бы я тогда взял бы себя в руки и сделал бы операцию. Вполне возможно, они были бы живы. А я больше не смог работать в этой клинике, а не жить в этой квартире, где все напоминало о них. Я сбежал сюда, в этот город. Не вините себя, не надо. Видимо, тогда вы не могли поступить иначе. Доброе утро, Надь. Доброе утро. Вы как себя чувствуете? Хорошо. Я уже была у гинеколога, она сказала, что у меня нет причин здесь задерживаться. Ну и хорошо. Вы, наверное, еще не завтракали? Нет. Но мне на работу надо бежать, вы не переживайте, я по дороге где-то перекушу. А я только что закончил утренний обход. Если у вас есть время, то давайте зайдем ко мне в ординаторскую на чай. На бутербродами. Я согласна. Только к дочке забегу. Я была слишком строга с Полли. Я требовала от нее успеха. А нужно было... Нужно было просто любить. Чтобы она видела, что я люблю ее, несмотря ни на что. Просто потому, что она есть. Нужно было потакать ее детским желанием. И быть с ней мягче. Чтобы она знала, что я люблю ее. В том, что произошло, есть и моя вина. Она старалась для меня. А я считаю, Надь, что вы ни в чем не виноваты. Наоборот, я уверен, что вы великолепная мать. И то, что вы ради дочери пошли на такой шаг, как суррогатное материнство, я восхищаюсь вами. Отсрочка опять. Нет, все сроки вышли. Я вижу, по-хорошему ты не понимаешь. Олегович, это не отсрочка. Я просто прошу по-человечески. Подождите немного. Моя невеста получит огромное наследство, я отдам деньги. Я не только долг, я даже моральный ущерб компенсирую. Немного это сколько? Ну, вчера похороны только были. Подожди. Хочешь сказать, что я получу свои деньги только через 30 дней?
Ну, по закону, да, полгода, но я же тоже не семечками торгую, Олегович. Я же юрист, я найду способ ускорить процесс. Неужели? А может, ты мне снова лапшу на уши вешаешь? Нет, Олегович, ну, правда. Тем более, моя невеста — сестра Коренева. Ну, вы же знаете такого. Ну да, слышал. Он погиб недавно? Да, вчера похоронили. А сестра его родная — это моя невеста. Она единственная наследница. Ну, хорошо. Даю тебе еще 10 дней, не больше. Я не успею за 10. Олегович, мне надо оформить все, успеть. Но это уже твои трудности. Спасибо за завтрак. Настя, одну секундочку. Так, пришел ответ из немецкой клиники по поводу Полины. Они возьмут Полину. Они считают, что ей можно помочь. Я счастлива. Только вот стоимость не такая, как была раньше. Сколько? 60 тысяч евро. Но у меня не будет таких денег. Как же так? Почему на треть дороже? Вот список документов, которые нужны для фонда. Я пойду с вами. Зачем? Как лечащий врач Полины, я разъясню все компетентно. О том, что не хватает денег на операцию. Какой ужас. Я поверить не могу. Доброе утро. Доброе утро. Мне нужно было давно ее навестить. Я все-таки психолог, дипломированный. Глядишь, и распознала бы опасные мысли. Ты мне скажи, когда. Я хочу помочь. Я хочу к ней прийти и поговорить с ней. Спасибо, Катя. Ей уже назначили психолога. Доброе утро. Доброе утро. Ничего страшного. Моя помощь лишней не будет. Ты, главное, сейчас отвлекай от негативных мыслей. Не дай ей замкнуться в себе. Найди какое-нибудь занятие. Вот что она любит больше всего, помимо спорта? Кино любит, рисовать. Любила. Вот чудесно. Может, ты с ней в кино сходишь? Спроси у врача, можно ли. Хорошо. Ладно, я к заведующей. Давай, удачи. Отпуск за свой счет. Опять? Вы же недавно брали. Мне нужно собирать справки и ходить по инстанциям. Какие справки? Для дальнейшего лечения Полины за границей. Но вы можете собирать справки в свободное от работы время. Кроме этого, еще нужно быть рядом с ней. Разве ваша дочь уже выписана? Нет, еще нет. Ну, значит, вам не нужно за ней ухаживать? Дело не в этом. Мне нужно быть рядом со своей дочерью. Почему? Вам непонятно. Ей сейчас очень тяжело. Это вам кажется непонятно. Вы не понимаете, что существует трудовое законодательство. И по этому законодательству, если отсутствие работника негативно влияет на работу учреждения, я имею полное право вам отказать. Я не могу вам дать отпуск за свой счет. У меня замены нет. Мне проще вас уволить и взять на ваше место другого воспитателя. Хорошо, увольняйте. Вот стерва. Стой, ты куда? Как это куда? Устрою этой стерве грандиозный развод. Не нужно никаких разборок. Тебе что, нужны проблемы? Нет, мне не нужны проблемы, но это несправедливо. Как можно уволить тебя в этом положении? У тебя ребенок болен. Катя, она тебя уволит. Пусть увольняет. Я не позволю, чтобы ты пострадала из-за меня. Я рада, что я уволилась. Почему ты рада? На что ты жить собираешься? Первое время есть на что. Мы с Полинкой откладывали деньги на отпуск. Хотели к морю поехать. Ну и потом каждый месяц мне платят содержание за суррогатное материнство. Ничего, потом на работу устроюсь, когда все устаканится. Сейчас буду справки собирать для фондов. Для этой бюрократической волокиты нужно время, оно у меня теперь есть. Надюш, ну это свинство.
Ну, ты здесь столько работаешь. Поля, привет. Как настроение? А у меня для тебя сюрприз. Что это? Билеты в кино. Помнишь, ты хотела сходить на фильм с этим твоим любимым актером Хатчерсоном? В больнице я обо всем договорилась. Нас отвезут, привезут. Доктор Вершинин разрешил. Мам, я не поеду ни в какое кино в этом кресле. Не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Хорошо, хорошо, не хочешь, не поедем. А давай я тебе альбом принесу. Фломастеры, карандаши. Зачем? Будешь рисовать. Помнишь, у тебя же отлично получалось. Мам, это ты о том, что когда-то в далеком детстве я хотела стать архитектором? Мам, это просто смешно. Почему смешно? И потом, не обязательно архитектором. Ты можешь стать дизайнером, например, или мультипликатором. Мам, хватит! Я больше никогда никем не стану. Никем, понимаешь? Да, Валерия. Прямо сейчас? Да, можем. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами поближе познакомились. И не только потому, что вы мне глубоко симпатичны, а потому что вы носите ребенка моего брата. И мне кажется, что мы должны держаться вместе. Вы не против? Не против. Я очень рада этому. Наденька, скажите, а я могу вам задать один вопрос? Спрашивайте. А вы впервые пошли на суррогатное материнство? Да. А где вы работаете? Я воспитатель в детском саду. Как это мило. Вы работаете с детьми? Прекрасно. Ну, только я уже уволилась сегодня. Вот и правильно. Вам нельзя переутомляться ради нашего будущего малыша. А скажите, а почему вы вдруг решили пойти на суррогатное материнство? Почему вас это так интересует? Простите, пожалуйста, я задаю много вопросов, да? Извините, это ужасное качество моего характера. Я лезу туда, куда меня не просят. Просто я хотела узнать о вас побольше, вот и все. Если не хотите, можете не отвечать, извините. Я стала суррогатной матерью, чтобы заработать деньги на операцию для дочери. Она серьезно занималась гимнастикой и сломала позвоночник на тренировке. Сейчас ей нужна дорогостоящая операция за границей, иначе она не будет ходить. Господи, какой кошмар. Наденька, я очень вам сочувствую. Наденька, солнышко, вам нельзя волноваться, перестаньте, не думайте, все будет хорошо. А скажите, а чем Полина еще увлекается, кроме гимнастики? Ей что-то нравится, возможно? Она очень любила рисовать. У нее есть к этому способность. Я предложила ей снова начать, но она категорически отказалась. А вы знаете, мне кажется, я знаю, что нужно делать. А вы не против меня с ней познакомить? Нет. Тогда поехали прямо сейчас. Только сначала нам нужно заехать в одно место. Договорились? Ой. Наденька. Этот планшет я купила специально для Полины. Возьмите, пожалуйста. Нет, нет. Простите, мы не можем принять такой подарок. Это слишком дорого для нас. Наденька, ну перестаньте. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Пожалуйста, не обижайте меня. Возьмите его. Спасибо большое. Но я даже не знаю, как вас представить Полине. Дело в том, что я еще не сказала ей, что я суррогатная мать. Не знаю, как признаться. И вы, пожалуйста, ей тоже не говорите. Да не волнуйтесь, я что-то придумаю сейчас по дороге и представлюсь сама. Не волнуйтесь, нашу тайну с вами не выдам.
Спасибо за планшет. Пользуйся на здоровье, солнышко. Открывай. Ну, давай я тебе помогу. Тебе нравится, доченька? Очень нравится. Так вы с мамой по работе познакомились? Значит, вы тоже воспитатель? Ну, можно и так сказать. Давай, включай. Я потом. А зачем потом? Давай сейчас. Знаешь почему? Потому что здесь есть очень много интересного. Твоя мама рассказала, что ты любишь рисовать. И я попросила программиста, чтобы он закачал сюда много программ для художников, всякие графические редакторы. Вот смотри, разбирайся. Интересно. А я разве смогу разобраться в этих программах? Ты точно сможешь. Тем более, у тебя что есть? Подсказка. Здесь в книге все написано. Как, зачем и куда. Держи, читай. И ты во всем разберешься. Спасибо большое, Лер. На здоровье, дорогая. Ну что, что-то понятно? Да, я только начала читать, но вроде все понятно. Солнышко, я уверена, что у тебя все получится. Смотрю на тебя и понимаю, что ты большая молодец. Вот я, например, в этих программах ничего не смыслю. А давайте чай попьем. Я очень вкусный чай завариваю. Я верю вам, Наденька, и с радостью, но, к сожалению, у меня встреча через 20 минут с клиентом. Так что простите, в следующий раз. Хорошо? Полиночка, было очень рада с тобой познакомиться. И пообещай мне, пожалуйста, что в следующий раз, когда я приду к тебе в гости, ты обязательно что-то нарисуешь и мне покажешь. Угу. Договорились? Ну все. Счастливо. До свидания. Пока-пока. Я провожу. Угу. Боже мой! Полина! Встаем. О, хорошо. Аккуратненько. Стоп, стоп, стоп. Не ушиблась? Нет. Правда, ничего не болит? Точно? А давай с тобой погуляем. Давай воздухом свежим подышим. Нет. Подружки твои звонили. Интересуются, как ты. Юлька хотела прийти. Она сказала, очень хочет прийти. Нет, позвони и скажи, чтобы не приходила. Я не хочу, чтобы она видела меня такой. Я не хочу, чтобы меня все жалели. Понимаешь? Привет. Привет. Ну, как все прошло? Прекрасно. Провел разведку боем. Тебя как дела? У меня все хорошо. Мы с ней подружились. Скоро станем лучшими подружками. Ну, здорово. Все идет по плану. Да, все как я хотела. А знаешь, почему она решилась на суррогатное материнство? Почему? У нее ребенок сломал позвоночник, и срочно нужны деньги на операцию. Вино будешь? Да, пожалуй. Давай дадим ей денег на операцию. Но с условием, что она сделает аборт. А у тебя есть деньги? Лер, ты же знаешь, что нет. Вот и у меня их пока нет. Но пока. Слушай, давай все-таки будем придерживаться нашего плана и делать все, как договорились, да? Давай. Ты ведь не подведешь меня? Разве я посмею? Моя госпожа. У девочки очень сложная травма. Одним из условий включения в нашу программу является прогнозируемый положительный результат от лечения. А
Судя по вашим документам, шансы на успех невелики. Если вы не верите мне, вот заключение немецких врачей, которые так же, как и я, считают, что операция может быть успешной. Да, при условии, если провести ее не позже, чем через месяц. Ну, совершенно верно. Неизбежно осложнение и омертвление тканей, поэтому... Вы знаете, сколько ко мне каждую неделю приходят людей с такой просьбой? И для всех вопрос жизни и смерти. Помогите нам, пожалуйста. Тем более, что большую часть суммы мы уже нашли. Осталось найти треть. Хорошо. Я поставлю вашу заявку первой в очереди. В ближайшие дни начнем сбор средств. Я буду держать вас в курсе. Спасибо. О чем задумалась? Да так. А как чувствуешь себя? Ног не чувствую, а так все в порядке. Понятно. Ну, это дело поправимое. Алиса в «Стране чудес» — это твоя любимая? Да. А я в детстве читал «Тома Сойера». Читала? Нет. Уверен, тебе она понравится. Хочешь, принесу? Не хочу. Я когда прочел «Тома Сойера», мне было 11 лет. Ну, это как тебе сейчас. И загорелся идеей убежать из дома. Пожить какое-то время у реки, совершать набеги, как Том и его друзья. Сбежали? Сбежали. Еще как. Милиция нас искала по всему микрорайону. Мама потом на меня так кричала. Скажите, а зачем люди живут? Сложный вопрос. Я живу для того, чтобы спасать людей. Вообще, я считаю, что жизнь – это великий дар. Более того, это бесценный дар. Ведь я тебе как врач говорю, честно. Понятно. Наверное, я буду жить для мамы. Она меня так любит. Хорошая идея. Но я уверен, что ты будешь жить и для себя. И радоваться жизни. Мне пора на обход. Попозже я к тебе зайду. Хорошо? Алексей Павлович. Да. Принесите свою книгу про Тома Сойера. Естественно. Мам, смотри, что получилось. Ой, как здорово. Не знала, что ты так быстро все освоишь. Ну, еще не все. Как дела? Хорошо. А у тебя? Нормально. Сейчас мы посмотрим на твое нормально. Так. Что чувствуешь? Ничего. Ой. Ой. Тут как будто что-то было. Так. Хорошо. А так? Ой. Тут вроде что-то кольнуло. Отлично. Болит? Нет. Не болит, это плохо? Не болит, ты хорошо. А завтра будем делать МРТ и посмотрим, как срастается позвонок. Это ты нарисовала? Да. Художник настоящий. Молодец. У меня есть идея, от которой вы не сможете отказаться. Какая идея? Идея поехать за город на пикник. Я знаю одно местечко около озера. Виды там волшебные. Знаю, что это нарушает наш режим, но уверен, что в этот раз это пойдет на пользу. По-моему, отличная идея. Ну вот.
Едем? Я не знаю. А как я там буду с этим? Коляска тебе не помешает. Во всяком случае, если ты не поедешь, ты не узнаешь. Или ты боишься? Нет. Нет? Тогда едем. Широкий размах и воду. Давай попробуем. Ой, извините, зацепила. Сейчас. У меня все равно ничего не получится, я не поймаю. Как не получится? Меня же ты поймала. Да уж. Давай, я закину, а ты следи. А куда мама пропала? Мама. Мам! Тихо. Мама, ты где? Тихо, не кричи, сейчас я пойду посмотрю. Я сейчас. Надь, вам плохо? Мне страшно. Я боюсь, что со всем этим не справлюсь. Просто нет больше сил. Я всегда думала, что все делаю правильно. Думаю, контролирую свою жизнь. Гордилась тем, что совсем одна справляюсь. А теперь... Я сейчас с вами. Вы не одна. Я даю вам слово, что буду рядом с вами, во всяком случае, до тех пор, пока парень не выздоровеет. Она выздоровеет? Я убежден. Это что? Это я хотела экибану собрать. Клюет! У меня клюет! Где вы? Идемте. Сейчас идем. Так, девчонки, угощаемся. Ой, как вкусно. Правда, очень вкусно. Спасибо. А вот мы с мамой любим собирать грибы. Так. Алексей Павлович, а вы? Я их только в детстве собирал. Будешь отломить? Ну, если вы меня с мамой позовете, буду рад. Конечно, позовем, да, мам? Да, позовем. Сходим вместе за грибами? Да, обязательно. Если я смогу. Конечно, сможешь. Бегать еще будешь, прыгать и плавать зимой. Ясно? Да, Валерия, здравствуйте. Как ваше самочувствие? Я очень беспокоюсь. Насчет ребенка. Не волнуйтесь, уже все хорошо. Что значит уже? 2 дня назад была угроза выкидыша, но... Угроза выкидыша? Какой кошмар. А почему вы мне сразу не сказали? Да не знаю, я даже не подумала. Но вы не волнуйтесь. Мне вовремя оказали помощь, теперь все будет нормально. А где вы сейчас? Я надеюсь, вы в медцентре? Нужно, чтобы вас срочно осмотрел доктор. Не-не-не, я не в медцентре, но уже записалась на прием. Завтра в 4 часа. А почему завтра, а не сегодня? Дело в том, что я уехала за город. Ну так получилось. Ну так, может, не стоит откладывать на завтра? Может, вы успеете еще сегодня? Нет, сегодня никак не получится. Я приеду только часам к 8-9. Ну, хорошо, Наденька, отдыхайте тогда. Завтра встретимся у медцентра. Договорились. Угу, пока. Ты что? Оказывается, она чуть ребенка не потеряла. К несчастью, все обошлось, да? Ну, ничего, это нам наоборот сыграет на руку.
Она сегодня дома будет очень поздно, к 8 часам. Да, я понял. Так что нужно действовать. Я подожду либо во дворе, либо у подъезда. То есть ты понимаешь, что второго шанса не будет? Нужно бить наверняка. Я подготовила инструкцию, куда точно нужно бить. Вот, пожалуйста, ознакомься. Вот, это тоже тебе. Кастет? Угу. Ничего себе. Откуда это у тебя? На блошином рынке взяла. И вот эту шапку-маску тоже там. Отлично. Как раз наверняка. Главное теперь мозг отключить. Что? Ничего, говорю, готов. Все, девчонки, будем ехать. А, сейчас посуду соберу. Я тебе помогу. Не надо, Полиночка, я справлюсь. А почему я не могу тебе помочь? Потому что инвалид, да? Ну вот, все испортила. Настя, давайте я с ней поговорю. Не нужно, я сама. Полиночка, доченька, любимая моя, родная. Ну, прости меня, пожалуйста, я совсем не это имела в виду. И ты меня прости. Ты обо мне так заботишься, я на тебя потом кричу. Я тебя люблю. Ты моя жизнь. И я тебя люблю. Я тебе обещаю, больше никогда ничего с собой не сделаю. Я буду жить ради тебя. Ну, не только ради меня. И ради себя тоже. Ты знаешь, о чем я сейчас больше всего жалею? О чем? О том, что Алексей Павлович не мой отец. Алексей Павлович, спасибо вам за этот прекрасный день. И от меня, и от Полины. И вам спасибо. Я хорошо провел время с вами. Ну, я пойду. Давайте я вас отвезу. Нет, ничего того не стоит. Возражения не принимаются. До свидания. Одну секунду. Забыл совсем. Спасибо большое, очень приятно. Когда же вы успели? Успел. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Thank you.
Германа. Надя. Что ты здесь делаешь? Слежу за тобой. Зачем? Надь. Надь, я тебя очень хотел увидеть. И... 12 лет спустя? Что вдруг? Я за границей жил все это время. Я сразу уехал после учебы. И я все время думала о тебе. И о нас. И... Смешно. Как ты нашел мой адрес? Это легко. Проверил по базе. Неважно. Давай поговорим. У меня нет ни малейшего желания с тобой разговаривать. Надь, столько лет прошло. Пожалуйста. Алексей Павлович, что-то случилось? Все в порядке, Надь. Вы у меня в машине выронили ключи. Ой, спасибо большое. Их еще. Это Герман, мой старый знакомый. Очень приятно, Алексей. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Поклонник? Да. Извини, что я помешал. Так что, поговорим. Хочешь, зайдем куда-нибудь, хочешь, в машине. Вот я перепарковался здесь. Как старый знакомый. Присаживайся. Ну, как ты жила, как живешь? Лучше всех. Понятно. Вспоминаешь хоть иногда нас тогда в институте? С чего ты взял, что я буду вспоминать то, что было 12 лет назад? Я помню. Все. До мельчайших деталей. Весь институт за нами наблюдал. Да, было зачем понаблюдать. Лучший студент юридического факультета, звезда курса, обратил внимание на скромную студентку педфака. Ты говоришь, не помнишь. Припоминаю кое-что. Кстати, шикарно выглядишь. Оставь, пожалуйста. Давай обойдемся без этих дешевых комплиментов. Почему дешевых? Это не комплимент. Изменилась, Надь. Не в плане внешности. Ты не была такой жесткой. Жизнь научила. Ну да. Ну а ты что? Все это время жил за границей? Да. Сначала в Германии, потом в Англии. В Англии я открыл юридическую фирму. В общем, все хорошо. Что ж, вернулся. Ты же так хотел жить за границей. Не смог. На родину потянул. Расскажи лучше о себе. Я уже сказала, у меня все в полном порядке. Ты бы могла меня простить? Сейчас это какое имеет значение? Я виноват, я понимаю, я знаю. Просто, если бы я тогда не настоял на аборте, нашему ребенку могло бы быть сейчас... 11 лет. Да, 11, да. А ты никогда не допускала мысли, что я не сделала аборт?
Ну, зачем этот вопрос? Ты что, хочешь сказать, что ты родила? Какое это имеет значение? Тебе не все равно? Нет, мне не все равно. Потому что если ты родила, значит, у меня есть ребенок. Так все, Герман, нет никакого ребенка. Извини, мне пора. Подожди. Давай поговорим, мы столько не видели. Слава богу, прощай. Давай в следующий раз, Надь. Вряд ли. Ну, наконец-то. Ну, как все прошло? Никак. Что значит никак? Она не одна была. С ней мужик был какой-то, провожал до самого подъезда. И? Надо ждать другого случая, более удобного. Так а мы не можем ждать. Нам нужно это провернуть в самое ближайшее время, Герман. Герман, я недавно в интернете читала, что у 30% женщин именно в этот период бывают выкидыши. Понимаешь? Нельзя тянуть на кону большие деньги. Да, ты права. Деньги решают все. Вера. А мы когда это провернем? Все. Мы правда поженимся? А ты сомневаешься? Ну, мало ли. Может, это просто орудие в твоих руках. Не смешно. Не смешно. Поженимся. Ну скажи, куда я от тебя денусь, а? Тем более, богатая женщина должна быть замужем. Это как-то солиднее. Но в ближайшее время, по крайней мере, лет 5, никаких детей, а потом максимум 1. Договорились? Зачем тянуть? Давай сейчас. Сейчас. Пожить я хочу. Для себя. С тобой. А то эти крики, бессонные ночи, это не для меня. Ну, а вдруг? Беременность бывает незапланированная. Вдруг. Вот если она вдруг у меня будет незапланированной, то я обязательно сделаю аборт. Понятно? Ну. Слушай. Хорошая идея. Есть же такие таблетки для фармакологического аборта. Одну таблетку подкидываешь в стакан чая или сока, и все, беременности нет. Нужно Наде как-то подсунуть ее. Я понял. Точно. Это же гениально, Лер. Это же гениально. Ты гений. Почему вы раньше не додумались? А потому что именно сейчас я с ней сдружилась, и у меня будет повод как-то напроситься к ней в гости. Да в любом случае лучше, чем нападение в подъезде. А таблетки где ты возьмешь? Их же не продают просто так в аптеке. Не продают. Но у меня есть знакомая фармацевт, бывшая клиентка. Я уверена, что она поможет, она должна мне. Алексей Павлович, здравствуйте. День добрый. Так что вы решили, уволитесь сразу или недельку доработаете? Анатолий Сергеевич, да. А вот медкарта больных на выписку. Хорошо, я позже посмотрю. А вы так уверены, что я уволюсь? Даже не сомневаюсь. Вы знаете, если бы мне предложили должность руководителя одной из самых престижных столичных клиник, я бы ни секунды не сомневался. И не стесняясь, признайтесь, я был прав, когда говорил, что у нас вы долго не задержитесь. Верочка, вы что-то еще хотели? Ничего. А по поводу ваших пациентов вы не беспокойтесь. Я уже дал распоряжение и на ваше место назначил Головина. Он хороший хирург. Спасибо. Очень оперативно. Удачного вам дня. Ну как, интересно? Очень. Я уже почти все прочитала. О, отлично. Это мои снимки? Да, у меня для тебя новость. Смотри, вот этот позвонок, видишь? Да. Темная полоска здесь есть? Нет.
Вот, это хорошо. Это означает, что косточка срослась. Таким образом, с сегодняшнего дня мы готовимся с тобой ко второй операции. Я составил для тебя систему специальных упражнений. Для укрепления мышц? Да, все верно. Для того, чтобы реабилитация прошла легче. Но уже после того, как тебе поставят имплант. Понятно. Алексей Павлович, вам нравится моя мама? Нет. А что? Вы не стесняетесь. Скажите честно, нравится? Да, мне нравится. Тогда пригласите ее в театр или в кино. Она очень любит театр. Она так давно там не была. Я бы с радостью, но думаю, что твоя мама не согласится. Наверное, у нее кто-то есть. Да нет у нее никого. Алексей Павлович, вы можете заказать билеты по интернету. Mm. Или я сама. Хорошо. Давай мы с тобой это обсудим позже, а сейчас мы перейдем к нашим упражнениям. Хорошо? Хорошо. Валерия, а вы точно для себя берете? Лидочка, ну неужели вы думаете, что я бы вас обманывала? А почему тогда не хотите обратиться в клинику? Вы даже не представляете, как я не люблю все эти медучреждения. Я просто в них захожу, и у меня постоянно паника начинается. Тем более, вы знаете, у меня друг работает в подобной клинике. И мне бы очень не хотелось, чтобы он вдруг узнал, что я решилась на аборт. Такая деликатная тема. Понятно. Спасибо вам большое. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Возьмите, пожалуйста. Только примите строго по инструкции. Да-да, конечно, Лидочка. Не беспокойтесь. До свидания. До свидания. Ну что, на данном этапе все в порядке. Ложиться на сохранение, пока причин нет. Слава богу, от сердца отлегло. Я так волновалась. Просто я не чувствую, что внутри меня чужой ребенок. Мы уже как одно целое. Как хорошо, что все хорошо. Наденька, а может быть, по такому поводу сходим куда-нибудь в кафе какой-то, попьем чай? Кстати, я очень жалею, что так и не попробовала тогда ваш чай. Ой, может быть, поедем ко мне? Я как раз вас угощу чаем. Этот сбор – кладезь витаминов. Какой аромат приятный. Ой. Ну как? Если честно, горячо. А принесите, пожалуйста, воды холодной разбавить. Да-да, конечно. А давайте я сама. Спасибо. Ну, давайте. За здоровье будущей мамочки. А вы почему не пьете? А я не пью такой горячий. Так может тоже разбавить водичкой? Не-не-не, я так не люблю. У вас так уютно. Вот я балда. Что? В этом сборе есть душицы, ягоды можжевельника, а их беременным нельзя. Ничего страшного, я себе другой чай заварю. Хорошо, что вы вовремя спохватились. Как же меня это бесит. Еще буквально чуть-чуть, еще одна секундочка, она бы выпила этот чертов чай, но нет. Ей нужно было взять и читать эту упаковку. О, Господи. Может быть, еще раз попробуешь, Лер? Остались таблетки?
Не осталось, Герман, больше таблеток. В упаковке всего лишь одна таблетка. Ты понимаешь это? Ну, хорошо, а фармацевт твой, она может достать? Она больше не даст, она переживает. Это уголовное дело. Она и так мне еле дала эту упаковку с вопросами. Валерия, а вы для себя или, может быть, для кого-то? И у других людей просить не вариант, потому что они могут нас сдать, ты понимаешь? Герман, теперь одна надежда только на тебя. Давай придумаем что-нибудь, Лера. Что? Ну, предлагай. Что? Я больше не могу смотреть ни на Надю, ни на ее дочь-инвалида. Сколько лет, кстати, девочке? А это вообще здесь при чем? Да ни при чем, я просто спрашиваю. Полине лет 10-11, наверное. Я была у нее в больнице, у нее сломан позвоночник. А зачем ты это спрашиваешь? Герман? Чего ты так напрягся? Я не напрягся. Это что, меняет дело? Да ничего это не меняет, Лер. Вот и хорошо. Надь, привет. Мне кажется, уже с тобой попрощались. У тебя есть дочь, да? Тебя это не касается. Когда она родилась? Это не твое дело, я спешу. К Полине? Откуда ты знаешь ее имя? Знаю. Садись, я подвезу. Больше никогда к нам не приходи. Слышишь? Никогда. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу узнать, в какой палате Соловьева Полина находится? Сейчас посмотрю. Соловьева Полина Германовна, 2007 года рождения. Да, совершенно верно. А вы кто? Родственник. Дело в том, что посещение только по согласованию с лечащим врачом. У вас есть лист бумаги чистый? Третий этаж, 311-я палата. Спасибо. Опять ты? Что ты здесь делаешь? Полина моя дочь, да? С чего ты взял? Мне сказали ее отчество и год рождения. У нее тоже отец. Герман. Мы с ним в разводе. А год рождения я быстро нашла тебе замену. Смешно. Полина не твоя дочь. И точка. Я не обязана тебе отчитываться. Я тебе не верю. Хочу ее видеть. Если не, она спит. Увидел? Увидел. Теперь уйди отсюда, пожалуйста. Я останусь, подожду, пока она проснется. Слушай, давай договоримся раз и навсегда. Полина моя дочь и только моя. Ты ей никто. А если ты еще раз сюда придешь, я вызову полицию и скажу, что ты нас преследуешь. Надя, давай по-взрослому поговорим. Как взрослые люди. Не говори здесь уже. А теперь пошел вон.
Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Вы не знаете, где сейчас доктор Вершинин? Вершинин на обходе. У вас что-то срочное? Нет-нет, я просто хотела узнать время занятий, когда он занимается моей дочерью. А, он скоро освобождается. Идемте, покажу, где он. Больные его просто обожают. Как говорится, хирург от Бога. Да, он замечательный доктор. Жаль, что Алексей Павлович уезжает. Куда уезжает? В столицу. Ему предложили хорошую должность. Вся больница только об этом и говорит. Он, наверное, здесь. Все, до свидания. Ну, как прошло занятие? Неплохо. Могла быть и лучше. В следующий раз так и будет. Надь, вы сегодня вечером свободны? В общем-то, да. Что? Я забронировал билет в театр. Вы как? Даже не знаю. Алексей Павлович, я лучше с Полиной. Мам, ты чего? Сходите. Потом расскажешь мне, о чем спектакль. Интересно же. Хорошо. Вы чем-то расстроены? Да, я огорчена, что вы увольняетесь. Полина тоже расстроится. А с чего вы решили, что я увольняюсь? Вся больница говорит о том, что вы увольняетесь. Вся больница? Надо же, какое сарафанное радио. А когда вы уезжаете? Вы поверили слухам. Мне предложили должность, но я отказался. Правда? Правда. Ну, когда-нибудь все равно все-таки уедете. У нас все-таки провинция. А вы привыкли к столичной жизни. Ну, если сказать честно, я думал о том, чтобы уехать раньше. А сейчас, Надя, я принял твердое решение, что никуда отсюда не уеду. Почему? Потому что, Надя, мне надо вам кое-что сказать. Алексей Павлович! Алексей Павлович! Да? Я понимаю, ваше дежурство окончено, но там больного привезли с черепно-мозговой, тяжелый случай. Очень нужна ваша помощь. Сейчас иду. Черт. Надь. Я все понимаю. Надеюсь, в следующий раз мы сходим в театр. Ну, работа такая. Хорошо. Извините. В другой раз сходим. Обязательно. Алло. Надежда Соловьева. Это из благотворительного фонда вас беспокоит. Здравствуйте. Есть новости? Есть. Вы не могли бы к нам подъехать? Мы завтра с 9 работаем. Хорошо, подъеду. Обязательно. Лучше это обсуждать не по телефону. До свидания. Отдыхаешь? Нам есть что отмечать? Пока нечего. Ну так чего ты сидишь? Разрабатываешь гениальный стратегический план? Можно и так сказать. Герман, сколько можно? Оторви свою задницу от дивана и делай то, что должен. Я делаю, Лер. Все, что могу. Просто обстоятельства против меня. Хватит валить все на обстоятельства. Мне что, взять и избить ее среди бела дня? Ты это мне предлагаешь? При свидетелях? Ты что, отморозок какой-то? Тогда возьми и найми какого-то отморозка, который за деньги это сделает. То, что ты не можешь сделать. Нельзя никого вмешивать сюда. Нельзя. Почему? Это опасно. Его могут арестовать. Он сдаст нас с потрохами. Как ты не понимаешь это, во-первых. А во-вторых... Где гарантия, что он не начнет шантажировать нас? Так вот возьми и сделай это сам.
Слушай, Герман, если ты это не сделаешь, я тогда точно найму профессионала, который раз и навсегда закроет эту тему. Мой бедный интеллигент. Я понимаю, почему ты медлишь. Нравственные мучения, да? Откуда столько жестокости, Лер? Это просто раздражение, солнышко. Просто раздражение. Значит так, завтра я сделаю все, чтобы Надя вернулась домой очень поздно и одна, чтобы тебе уже ничего не помешало. Ты должен быть наготове. Я тебе позвоню, понятно? Вот и хорошо. Вот и отлично. Мы можем начать сбор средств для Полины только через месяц. Но это очень поздно для нас. Почему вы поменяли решение? Возникла острая необходимость начать сбор средств для другой больной девочки, у которой действительно каждый день на счету вопрос жизни и смерти. Насколько я понимаю, в жизни вашей девочки ничто не угрожает. Вы все неправильно понимаете. Извините. Получается, мама отдаст вам ребенка? Получается, отдаст. Не понимаю, почему она не рассказала тебе сразу, и я, наверное, тоже зря проговорилась. Не зря. Почему же она от меня это скрывала? Не знаю. Наверное, ей стыдно. Это же ужасный поступок. Рожать детей за деньги. Суррогатная мама рожает детей за деньги? Угу. Как это возможно? Не знаю. Ты знаешь, мне однажды твоя мама призналась, что она вообще жалеет, что этот ребенок, которого сейчас она носит, не ее родной. Как думаешь, почему она так сказала? Потому что ей бы хотелось, чтобы у нее был здоровый ребенок. Ты не переживай так, солнышко. Все будет хорошо. Я пойду, а ты ешь фрукты. И особенно ананас. Он повышает иммунитет. Полиночка, только знаешь что? Ты не рассказывай ничего маме о том, о чем мы сейчас разговаривали, хорошо? Хорошо. Ты, кстати, говорила, что она уже заходила сегодня, а вечером будет? Не знаешь? Не знаю. Ну ладно, пока. До свидания. Вы меня простите, пожалуйста, что я расплакалась, как девчонка. Надь, все в порядке, я позвоню в оставшиеся фонды. Есть шанс, что все получится. Не надо, я могу сама. Надь, у них могут возникнуть чисто медицинские вопросы, на которые могу ответить лишь я. Извините. Да, Валерия. А у меня сюрприз. Я решила устроить для нас любимых маленький женский праздник. Записала нас в салон красоты. Маникюр, педикюр, маски для лица. В общем, полный набор. Меня извините, пожалуйста, но я совсем не могу сегодня. Ну, не тот настрой. Ну, нет настроения. Тогда нужно его поднять. Вам необходимы положительные эмоции. И не только вам, а и малышу тоже. Я, правда, очень переживаю на этот счет. Минуточку, подождите, пожалуйста. Алексей Павлович, вы правда сможете сами в фонд, да, позвонить? Разумеется. Не беспокойтесь. Будьте уверены. Ты готов? Как только мы выйдем из салона, я дам тебе знать. Давай. Не думай, просто возьми и сделай. Просто сделай. Просто сделай. Не надо думать, надо просто сделать. Ты грустный?
Мне кажется. А что ты сейчас будешь делать? Рисовать? Только не зачитывайся допоздна, хорошо? Обнимаю тебя, мой хороший. Смотри, какая козочка нарисовалась. Опа, опа. В чем дело, дайте пройти. Мадам, вы не составите нам компанию? Пропустите. Можем и пропустить. В округу. Я сейчас полицию. Не надо никого вызывать. О! Сумку отдали? Отдам, за поцелуйчик. По одному, на каждого. Дорогая, все в порядке? Опа. Проблемы? А откуда это мы взялись такие смелые, а? Один на троих. И не надорвешься? Проверить хочешь? А ну давай. Ты че, кастет? А че это вы, ребята, кастета испугались? Я ему как пёп! Иди проспись. Сумку вернул? Да. Держи. Ты что, правда за мной следишь? Ну, согласись, на этот раз удачно же. Соглашусь, спасибо. Кстати, всегда ходишь? Уродов развелось. Проведу тебя до подъезда. Не надо, ушли вроде. А вдруг вернулся? Прошу тебя, скажи мне правду. Ладно, заслужил. Да, Полина твоя дочь. А почему она в больнице? Что случилось? На гимнастке на тренировке сломала позвоночник. Насколько серьезно? Серьезно. Будем за границей делать операцию. Я уверена, все будет хорошо. Разреши мне познакомиться с ней. Пожалуйста. Хорошо. Приходи завтра в 2 часа в больничный сквер. Мы там будем прогуливаться. Спасибо. Только она не должна знать, что ты ее отец. Почему? Потому что я не знаю, насколько для тебя это серьезно. Вдруг ты опять сбежишь? Она будет знать, кто ты. Расстроится. Ей сейчас лишние потрясения не нужны. Достаточно переживаний. Я представлю тебя как старого знакомого. Посмотрим, как она тебя воспримет. Надя, я... Никаких «но», это мои условия, иначе. Хорошо, я согласен. Я понял. Что в этот раз помешало тебе сделать это? Меня полиция остановила. Пока проверяли документы, пока все выясняли. Я 15 минут потерял, приехал, и она уже дома. Да пошел ты! Ты еще здесь? А что? Слушай, Герман, если ты не сделаешь то, о чем мы с тобой договаривались, нашей свадьбы не будет никогда. И ты вообще останешься ни с чем. А я все равно добьюсь того, чего хочу, даже без тебя. Понятно?
Не понимаю я. Ну, спас он тебя от каких-то отморозков. И что, нужно сразу их знакомить? Зачем ты это делаешь? Или у тебя вспыхнули чувства? Нет. Тогда зачем? Дело в Полине, понимаешь? Герман узнал, что у него есть дочь в тяжелом состоянии, в инвалидном кресле. И вместо того, чтобы исчезнуть так же неожиданно, как появился, нет, он хочет с ней познакомиться. Так, может, у него есть деньги на операцию? Ты говорила с ним об этом? Нет. А будешь? Сам узнает, если захочет. Так а когда, ты говоришь, придет Герман? Через 2 часа. Отлично. Просто хочу на него со стороны посмотреть. Ты же не против? Привет. К сожалению, ничем не могу помочь. Дополнительное место требует дополнительных субсидий, а их просто так не выделяют. Послушайте, девочка недавно пыталась покончить с собой. Она не могла смириться с тем, что навсегда останется инвалидом. Если вы поможете ей, вы спасете ее жизнь. Я вас прекрасно понимаю. Но, к сожалению, ничем не могу помочь. Может, я оставлю вам визитку? Вдруг что-то изменится? Ну, вряд ли. Ну, оставляйте. Постойте, а вы, случайно, не родственник известного хирурга Вершинина, который работает в столице? Я и есть тот самый Вершинин. Какими судьбами к нам? Сам Вершинин в нашем захолустье. Послушайте, вам от меня огромное человеческое спасибо. Если бы не вы, Насте бы ампутировали руку. Это моя племянница. Настя... А, Караваева Настя. Да, у нее был очень тяжелый перелом и раздробленная кость. Это просто чудо. Вы хирург от Бога. А, спасибо, это моя работа. Я постараюсь вам помочь. Я скажу коллегам, чтобы они внесли девочку в программу. Спасибо. Но есть один момент. В комиссии, кроме меня, еще 5 человек. Поэтому никаких гарантий дать не могу. Я вас понимаю. Полин, у меня к тебе просьба. Мы на даче решили построить беседку, и нужно нарисовать эскиз. Не могла бы ты это сделать? Какой эскиз? Ну, такой архитектурный проект, что ли. Давайте чуть позже. Я сначала хотела с мамой поговорить. Ладно. А о чем ты хочешь поговорить, доченька? Расскажи мне про свою новую работу. А почему тебя это так заинтересовало? Мам, откуда у тебя деньги на мою операцию? Хорошо, скажу. Знаешь, в медицине есть такое понятие – суррогатное материнство. Я знаю. Я в интернете об этом прочитала. Так ты родишь какого-то чужого ребенка и продашь его, да? Мам, ну это же ужасно. Так, подожди, мне кажется, что ты сейчас несправедлива по отношению к маме. Я не знаю, что ты читала в интернете, но ты все неправильно поняла. В этом нет ничего плохого. Но раз ты скрыла это от меня, значит, и ты считаешь, что это плохо. Торговать детьми – это гадко. Так, подожди, Полин. Надюш, не могла бы ты нас оставить? Мы с Полинкой немножко поговорим. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Дай нам пару минут. Значит так, Полин, я сейчас тебе... Тетя Катя. Не надо. Я знаю, что вы сейчас будете защищать маму. Я, в принципе, не собиралась этого делать. Я сейчас попытаюсь оправдать тебя. Меня? Да, тебя. Я здесь при чем? А при том, что твоя мама долго не могла решиться на суррогатное материнство. Она все время думала, где взять денег тебе на операцию. Она очень дорогая, не перебивай меня. Мама думала только о том, как поставить тебя на ноги. И сейчас, вместо того, чтобы ты ее поддерживала, была ей благодарна.
Ты устраиваешь какие-то непонятные разборки. Значит так. Мама сейчас вернется в палату, и я хотела бы, чтобы ты извинилась. Понятно? Я не слышу. Да. День добрый. Я хочу продать квартиру. Она трехкомнатная. Я собственник. Все нормально. Я поговорила с Полиной, мы во всем разобрались. Что ты ей сказал? Что ты ее любишь. Катюш, спасибо тебе большое. Я рада в этой ситуации хоть как-то помочь тебе. Вот только вопрос у меня. Откуда она узнала? Ты не спросила? Спросишь? Угу. Грымза, что надо? Да, здравствуйте. Но у меня сегодня выходной. Ладно, я постараюсь. Да, до свидания. Черт. Грымза звонила. Говорит, что сегодня проверка и просит приехать. Что теперь делать? Беги на работу. А как же встреча с Германом? Ничего, без тебя встретимся. Ладно. Посмотрю на него в другой раз. Только нужно, чтобы это случилось максимально быстро. Почему? Ну, потому что в твоей ситуации время – деньги. Нужно понять, готов ли он помочь Полине. Не нужно этого делать. Так, расслабься. Я сейчас на работу, а вечером созвонимся. В чем дело? Ну, здравствуй, Герман. Здравствуйте. 10 дней прошли? Да, я знаю. Денег нет. Это пока. Это же наследство, оно не оформляется за 10 дней, а там... Так и знал, что ты меня за лоха держишь. Владислав Олегович, я не держу вас за лоха. Поехали. Я все понимаю, мам. Ты так поступила ради меня. Просто говори мне всегда правду. Не скрывает меня, хорошо? Обещаю, больше никаких тайн друг от друга. Мам, а ты хотела бы ставить себе ребенка, которого сейчас носишь? Почему ты спрашиваешь? Тогда бы у тебя был здоровый ребенок. Кто тебе наговорил эту чушь? Кто тебе сказал, что я ношу чужого ребенка? Меня просили не говорить. Полиночка, я обещала тебе никаких тайн друг от друга. И ты, пожалуйста, от меня ничего не скрывай. Тетя Лера мне рассказала про суррогатное материнство и про то, что ты сказала, что хочешь оставить себе будущего ребенка. Что она еще сказала? Больше ничего. Только ты ей не рассказывай, хорошо? Она просила меня не говорить. Хорошо, не скажу, обещаю. Мужики, Владислав Олегович, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Надо, Герман, надо. Ты ж по-хорошему не понимаешь. Олег, я же отдам деньги, я не думал никого инструмент, бросать. Инструмент неси. Я не думал никого соскать. Олег. 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 Кайло неси. Олег. Пожалуйста, не делайте этого. Лопату бери, копай. Могилу копай себе. Моя невеста Лерка, вы же помните, я вам говорил, она наследство получит. Помоги ему. Не надо! Кайло возьми, до ночи сидеть здесь будем. Мороз, земля мерзлая, дай ему кайло. 7, 8, расслабляемся, отдыхаем. Но это очень легкое упражнение. Я хочу сложнее. Но более сложно еще рано. Ну почему? Я знаю, у меня получится. Полин,
Нагрузку на позвоночник мы увеличиваем постепенно. Вначале делаем более легкие упражнения, потом сложные. Запомнила? Ну... Что? Запомнила. Вы мой доктор, вы знаете, что мне можно, что нельзя. Вот и молодец. Я обещаю, что дальше мы будем делать более сложные упражнения. Я так хотела стать великой гимнасткой. Заработать деньги, чтобы мы с мамой ни в чем не нуждались. А теперь я ничего не могу. Быть богатым и знаменитым не самое главное. Я считаю, что самое главное быть хорошим человеком. И вообще, хватит думать о прошлом. Лучше думай о будущем, как ты будешь бегать и прыгать. Хорошо? Угу. А теперь мы переходим к следующему упражнению. Ну, давай, 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 Джон. Поиграть решил со мной, да? Я не играю. На доверие моим проекциям. Нет. Копай, жестче копай. Физический труд облагораживает, да? Но. Давай, 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 давай. Я не могу. Ну ладно, черт с ним, достаточно. Забирай инструмент. Это было последнее предупреждение, ты понял? В глаза мне смотри. Да, 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 я понял. До тебя дошло? Да. Пошли, мороз, колотун страшный. Ну и слава богу. Что, мам? Ничего. Ну что, погуляли? Поехали в палату? Поехали. Знакомься, Полина, это Герман Юрьевич, мой институтский товарищ. Полиночка. Я твой папа. Не юродствуй, пожалуйста, встань. Полина. Нам нужно идти, у Полины сейчас будут процедуры. Я отвезу ее, потом вернусь, поговорим. Прости. Добрый день. Добрый день. Вас интересует недвижимость? Нет. Я по поводу Германа. Присаживайтесь, пожалуйста. Свободно, спасибо. Или Герман отдает мне долг, или на всю жизнь останется инвалидом. Как минимум. Ну скажите, зачем вам муж инвалид? У него есть долги. А вы не в курсе? Нет, не в курсе. И какая сумма? Да, да, сумма приличная. И если вы ему не поможете, то... Герман сказал, что у вас возникли проблемы с наследством. Это так? Да, есть кое-какие нюансы, но вас это не касается. Ну, как знать. Вдруг смогу помочь. Если что, обращайтесь. Вряд ли, но буду иметь в виду. А почему ты мне сразу не сказала, что он мой отец? Прости, Полиночка, была не права. Но ты же обещала, что между нами больше не будет тайн. Да. Надо было сразу тебе все сказать. Прости, родная.
А хочешь, ты его больше никогда не увидишь. А как ты хочешь, мам? Я хочу, чтобы было так, как ты хочешь. А я как ты. Вот и поговорили. Что будем делать с этим Германом? Не знаю. Пусть приходит, что ли. Ну, что ты надел? Мы с тобой о чем договаривались? Хотя на что я надеялась? Что это за цирк был на коленях? Знаете, может быть, это, конечно, все по-дурацки выглядит, но я переоценил очень многие вещи. Я просто знаю четко, отчетливо. Я вижу, что я не то делаю, я не так живу. Скажи, чем я могу помочь? Полине, я хочу участвовать в жизни дочери. Это надо заслужить. Как? Скажи, как. Хорошо. Полине сейчас нужна операция за границей. Перспективы у нее по здоровью сейчас не очень радужные. Деньги нужны. Да. Я думала, что я нашла деньги на операцию, но она оказалась намного дороже. Сейчас мы ищем недостающую сумму. Сколько? 20 тысяч евро. Мы ждем ответа от Минздрава, включат ли нас в программу. Я найду 20 тысяч. Надь, я сегодня утром был в министерстве, обещали помочь. Оставшуюся часть суммы, я думаю, мы найдем. Это замечательно. Спасибо вам большое. Да, я рад. Что-то не так? Объявился отец Полины. Вот как, очень рад. Дело в том, что она его не видела никогда в жизни. Теперь я не уверена, что их общение пойдет им на пользу. Так умолял меня познакомить их. Возник как черт из табакерки. Любовь вернулась, да? Я не знаю, что с ним произошло. А как Полина отнеслась к этому? Я у нее спросила, хочет ли она общаться с ним. Она сказала, как ты хочешь, мам. Я думала, ей это нужно. Теперь будет к ней ходить. Я совсем этому не рада. Понятно. Я пойду, извините, у меня начинается операция. Все в порядке. Тогда извините. Ты ничего не хочешь мне сказать? О чем? Про долг свой. Ко мне приходил этот твой Владислав Олегович. Почему ты мне раньше все не рассказал? Лер, я просто не хотел тебя волновать. Прости. Просто я как раз хотел об этом поговорить. Слушай, хватит врать. Я действительно хотел тебе сказать. Именно сегодня. Пожалуйста, поверь. Хватит врать. Пожалуйста. Я не вру. Значит так. Если ты хочешь быть со мной, ты сначала разберешься с этой суррогатной мамашей, и я получу наследство, и только потом мы отдадим вот этот твой долг. Лер, давай поговорим. У меня есть план. Мы же можем продать дом Кореневу и выручить хорошую сумму. Что за бред? Я еще не вступила в наследство, как мы можем продать дом? Легко. Я все продумал. Я оформляю дарственную задним числом между твоим братом и тобой. Потом ты продаешь этот дом мне. А потом я нахожу на него покупателя. Все. Слушай, я даже не хочу вникать в эти твои махинации, хитроумные. Делай, что считаешь нужным, Герман. Но это никак не отменяет того, что ты должен сделать с этой мамашей. Я должна получить полностью все, что было у моего брата. Только именно из-за этого я сейчас тебе помогу, понятно? Конечно. А потом я тебе скажу кое-что приятное для тебя. Что? Сначала сделай то, что должен, а потом посмотрим. Погода обалденная просто. Может, мы с тобой
Куда-нибудь махнем? В кафе, например. А чего нам сидеть здесь? Духотища? А? Или, может, в пиццерию? Ты любишь пиццу? Люблю. Ну, так погнали. Но доктор не разрешит. У нас скоро лечебная физкультура. Я с ним договорюсь. А вот и он. Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знакомы? Да. Герман? Да. Юрьевич, я отец Полины. Вот как. Алексей Павлович, у меня к вам разговор очень важный. Можно вас? Идемте. Алексей Павлович, я заберу дочку погулять в кафе на часок. Сейчас в Полине лечебная физкультура. А она же может позже позаниматься? Это принципиально? Нет, принципиально. Мы готовимся к операции. Но на часок. Час же ничего не решит. Решит. Ну, давайте договоримся. Берите. Если у вас вопросов больше нет, то разговор закончится. Ну что, мало? Ну, если мало, то назовите свою цену. Послушайте, если вы не прекратите... Хватит ругаться. Я на физкультуру. Привет. О, Надя, привет. Ты к Полине? У нее занятие. Она с доктором ушла. Я думаю, воздухом подышу. О, чуть фрукт в машине не забыла. Лера, знакомьтесь, это Герман. Отец Полины. Герман, это Лера. Извини, я в машине кое-что оставил. Вы знакомы? Нет. Лера, сейчас у Полины занятия. Давайте посидим на скамеечке. У меня к вам небольшой разговор. Да-да, конечно. Да что ж такое? Все в кучу. Что-то случилось? Да, налоговая в офис наглянула. Наденька, вы уж извините, но мне нужно срочно ехать. Хорошо. Заходите в другой раз. Полине, передайте фрукты. Всего хорошего. Когда вам удобно? Не проблема. Давайте послезавтра в 3 часа. Всего доброго. Нашел покупателя на дом. Назначил на послезавтра. Ну? Как ты мне это объяснишь? Рассказывай давай про свою большую дружную семейку. Это было давно, Лера. Очень давно. Мы тогда учились в институте. И мы с Надей были вместе. И так вышло, что... То есть ты водил меня за нос все это время? И ты на самом деле не собирался ничего делать, потому что когда-то вы были с ней вместе? Я собирался. Поверь. Я собирался, я был готов, я принял решение. Но когда я узнал, что у меня есть дочь, ты же понимаешь, я не могу нанести вред матери моего ребенка. Ты рушишь наши планы из-за какой-то девчонки, которая на всю жизнь останется инвалидом? Ей уже ничего не поможет. Я в любом случае, я должен хотя бы попытаться помочь. Хорошо, а как же тогда наши с тобой отношения? Наша семья, наш будущий ребенок. Ты об этом подумал? Лер, я умоляю тебя. Давай поможем сначала моей дочери. А потом я обеспечу и вас, и нашего будущего ребенка. Каким образом? Герман, ты саботируешь все наши планы. Я понимаю, почему ты решил продавать дом. Не столько, сколько из-за долгов, а из-за этой девчонки-инвалида, да? Не смей ее так называть. Герман, между нами все кончено. А с этой суррогатной мамашей как-то сама разберусь. Я тебе не позволю, Лер.
А что ты сделаешь? Только попробуй мне помешать, и я тебя уничтожу. Это чудовищно. Не могу поверить, что ради денег... Как бы это чудовищно ни звучало, но это правда. Это факт. Как факт и то, что пока ты носишь этого ребенка, угроза существует и для тебя, и для ребенка, и для Полины. Потому что Лера никогда не откажется от наследства брата. Поэтому держись от нее подальше. Для начала надо разорвать с ней отношения, ну, с ее дружбой как-то. Так все, что ты мне рассказал сегодня, нужно рассказать полиции. Сразу отметается. Нет улик против Леры. Ну, ты же дашь показания. И что, мое слово против ее? Мне не поверят. Но у меня план есть, Надя. Какой? Только, пожалуйста, ты до конца выслушай и не перебивай. Смотри, она от своей цели не отступится. Цель у нее одна – наследство. Ты же понимаешь это. Но я попытаюсь поговорить с ней, чтобы она выплатила тебе деньги, ну, недостающую сумму на операцию. Это будет даже больше, чем положено по договору. Условие только одно. Надо сделать аборт. То есть ты снова предлагаешь мне аборт? Нет, погоди, Надь, это не то же самое. Это два разных случая. За тот случай я уже покаялся. Это совсем другое. Я не буду делать аборт. Это же не твой ребенок. Надь, ты меня прости, но ты же суррогатная мать. Или ты ради наследства это все. Так ты и не сможешь им распоряжаться. Причем здесь деньги? Надь, Надь, погоди. Пожалуйста, пожалуйста. Это единственное правильное и разумное решение. Я пойду к юристу и разорву договор. Это ничего не изменит. Поверь мне. Значит, вы решили оставить ребенка себе? Да. После всего того, что я узнала о Валерии, я ей ребенка не отдам. Хорошо. Хочу вам напомнить, что в случае расторжения договора вы обязаны вернуть выплаченное вам вознаграждение. Это точно? Да. Почитайте. Может, вы все-таки еще подумаете? Да, мне нужно время подумать. Надя, мне нужно с вами поговорить. О чем? Почему вы такая сердитая? Герман мне все рассказал. Про наследство, про то, как он за мной следил, про то, как вы мне лекарства в чай подсыпали. Это стоило от него ожидать. Ну что ж, так даже лучше, что вы все знаете. Как видите, я серьезно настроена, поэтому у меня к вам есть предложение. Представляю, что вы можете мне предложить. Надя, вам же очень нужны деньги. Так вы их получите. Только перед этим я найду гинеколога, который сделает вам аборт. Но в справке напишет, что произошел выкидыш. Потом мы с вами пойдем к юристу, поплачемся. И разорвем этот проклятый договор, и все будут довольны. Вы с Германом сговорились или мыслите одинаково? А он здесь при чем? Он мне вчера то же самое предложил. Ну, я рада, что он еще не потерял здравый смысл, но нет, он здесь ни при чем. Мы с ним не виделись, и вообще наши отношения исчерпали себя. Так что? Давайте будем общаться через юриста. Надя, подождите. Перестань. Корчите себя святою. Я прекрасно понимаю, что у тебя на уме, и поверь, я не дам тебе завладеть наследством моего брата. Какая же дрянь. Мы не в театре, и зрителей здесь нет. Решай, все равно все будет по-моему. Никакой сделки не будет, я рожу этого ребенка. И когда он достигнет совершеннолетия, он получит наследство. Вам оно не достанется. А те деньги, которые перечислены мне за суррогатное материнство, перечислены не вами. Если хотите вернуть, судитесь. Ты этого не сделаешь. Я уничтожу тебя. Кстати, по поводу уничтожу.
Если вы еще раз появитесь в палате моей дочери и наговорите ей гадости, я вас уничтожу. Так в чем ваша проблема? На наследство моего брата претендует одна женщина. Вернее, ребенок, которого она носит. Так вы хотите, чтобы мои люди разобрались с этой женщиной так, чтобы она потеряла ребенка? Я вас правильно понял? Совершенно верно. Работа, скажем так, деликатная. 20 тысяч евро. Валерия Евгеньевна, при всем уважении, это просто смешно. Хорошо. 40 тысяч. 50% вашего наследства от Коренева. Что? Вы вообще в своем уме? Решайте. Или вы не получаете ничего, или половину. Я подумаю. О своем решении я скажу вам завтра. Жду. С нетерпением. Да пошли вы все. Я совсем сама справлюсь. Из министерства есть какие-то новости? Еще пока нет, но сегодня я туда еду. Если они откажут, я не знаю, что делать. Я чувствую моральное обязательство перед родителями, которые хотели этого ребенка. Я просто не могу его убить. Что делать? Надь, я продаю свою квартиру. Этих денег, их хватит для того, чтобы спасти Полину, вылечить ее. Рассчитывайте на меня. Делайте то, что вы считаете нужным. Оставляйте ребенка. Но я не могу принять эту жертву. Это никакая не жертва. Я делаю, ну, потому что иначе никак не могу поступить. Почему вы это делаете? Потому что я люблю вас. И мне дорога Полина. Любите? Мои чувства вас ни к чему не обязаны. Алексей Павлович, там у Григорьева из второй палаты давление упало. Сейчас иду, секундочку. Извините, надо. Герман, он очень опасный человек. Очень. Он запугал меня. Каким-то чудом, обманом достал образец моей подписи, паспорт. Он вообще может подделать любые документы. Я в этом просто не разбираюсь совершенно. Я знаю только одно, что сегодня у него назначена сделка, чтобы продать дом моего покойного брата. Напомните, как зовут этого негодяя? Смирнов Герман Юрьевич. Случайно не знаете, в котором часу сделка? Случайно знаю. Я подслушала его разговор по телефону. В 3 часа встреча. По какому адресу? Улица Чайковского, дом 20. Я умоляю вас, помогите, пожалуйста. Дом 20. Да не волнуйтесь. Возьмем с поличным. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что-то случилось? Алексей Павлович хочет предложить нам деньги для твоей операции за границей. А откуда он их возьмет? Хочет продать свою столичную квартиру и дать нам деньги. Мам, наверное, он тебя любит. Если так, то я рада. Еще я не хочу отдавать малыша тете Валерии. Это исключительно связано с ее непорядочностью, ни с чем больше. Как ты к этому относишься? Значит, у меня будет сестричка или братик? Здорово. Мам, когда он вырастет, он сможет стать знаменитым спортсменом, как ты и хотела. Ты моя родная, мне это совершенно не нужно. Главное, чтобы ты была здорова и счастлива. Как этот малыш. Как нравится дом? Замечательный дом. Слов нет.
А можно еще раз взглянуть на ваши документы? Без проблем, естественно. Там все в порядке. Нотариусом заверено. Добрый день. Капитан Бирюков. Гражданин Смирнов. Вы задержаны по подозрению в мошенничестве. Гражданин следователь, это недоразумение. Ну, вообще-то вас взяли с поличным. На совершение незаконной сделки. Почему незаконной? Вот документы, там все в порядке. В каком порядке ваши документы, нам сообщила Валерия Красуцкая. Можете ознакомиться. Так, она все неправильно поняла. Я не собирался ничего продавать. Это была шутка. Шутка? Ну, конечно. Сделки не было. Да. Вы знаете, интересны у вас шутки. Вот вся информация о ваших делах. Коллеги, кстати, из Германии прислали. Мошенничество за границей, подлоги, подделка документов. Надь, я только что из министерства. Полину включили в программу. Правда? Да. Я так рада. А когда они смогут отправить Полину на лечение? Вы где находитесь? Я в аптеку ходила, но скоро буду дома. Надя, все отлично. Я могу приехать и все подробно рассказать. Конечно, приезжайте. Надя! Надь, все отлично. Спросите его сами. Ты жив? Где я? В больнице. Вы попали в аварию, помните? Авария? Да, помню. Нет, нет, лежите. Вам нельзя вставать. А что со мной? Ваше состояние, к счастью, уже не вызывает серьезных опасений. Единственное, вы же знаете, что были беременны? Ну да, конечно. А что? Мне тяжело это говорить, но ребенка вы потеряли. Нелепо. Но это к лучшему. Я все равно с отцом ребенка рассталась. Но в дальнейшем я же смогу иметь детей? Боюсь, что нет. К сожалению. Как самочувствие, Валерия Евгеньевна? Отвратительно. Германа мы задержали, но хочу сообщить, что после выписки мне придется задержать и вас. А я здесь при чем? Что, вы меня обвиняете в чем-то? В намеренном наезде на господина Вершинина.
Да вы с ума сошли, я же сама пострадала. Я попросил бы вас обратить внимание на то, что ранее знакомый вам Смирнов Герман Юрьевич дал показания, благодаря которым можно сформулировать обвинение против вас о покушении на убийство. Да он лжет все. Он просто мне мстит. Зачем мне убивать Вершинина, если я его даже не знаю? Но его, может, и незачем. А вот Надежду Соловьеву... Я не скажу больше ни слова без адвоката. Вроде ничего не забыли. Даже если забыли, позвоним Алексею Павловичу, он нам потом привезет. Если успеет. Послезавтра уже летим в Германию, забыла? Я помню. Давай уже поедем домой, надоела больница. Полина, звонил адвокат Герман, отец твой хочет, чтобы мы приехали к нему на свидание. Куда, в тюрьму? В следственный изолятор. Там обвиняемые ждут суда. А мой отец действительно преступник? Он много ошибок совершил в жизни. Но если ты не хочешь ехать, я позвоню адвокату и откажусь. Спасибо, что все-таки пришли. Это было решение Полины. Спасибо, Полин. Время? Да. Надь, можно я... кое-что скажу Полине наедине. Хорошо. Спасибо. Полин, я хочу попросить тебя прощения. За что? За то, что меня не было рядом с тобой все эти годы. Я очень сильно жалею об этом. Очень-очень. И мне кажется, что я упустил в этой жизни что-то очень важное. Понимаешь? Ты меня простишь? Конечно. Ты же мой отец. Как бы я хотела быть по-настоящему твоим отцом. Можно я буду писать тебе письма? Ты, если не захочешь, можешь не отвечать. Но я, по крайней мере, буду знать, что мои письма читает родная дочь. Что, уже? Герман Юрьевич, к сожалению, время истекло. И если вы не хотите проблем в будущем со свиданиями, я очень рекомендую вам прощаться. Да, я понял. Я понял. До свидания, Надя. Прощай, Герман. До свидания, Полин. Пока, папа. Пиши мне. Хорошо. Хорошо. Полин, Полин, когда вернешься в спорт? На брусья там. Тетя Кать, ну какой спорт? А что? Стану великой художницей. И мама с братиком будут мною гордиться. Да, я и так тобой горжусь. Молодец, хорошая девочка. Так, девчонки, с вами хорошо, но мне пора на совещание. А то негоже как-то заведующий опаздывать. Что-то много после нашей Грымзы приходится разгребать. Ой, слушай, бедные родители до сих пор не могут поверить, что проблемы в садике решаются без взятки. Представляешь? Ладно, я побежала. Кстати, когда новоселье? Скоро. Я тебе обязательно позвоню. Хорошо, все. Спасибо за прогулку. Пока, малыш. Пока, мой хороший. Давай пять, художница. Ух, все. Пока. Пока. Дядя Лёша!
Здравствуй, мой хороший. Это тебе, чтоб сорвался. Спасибо. Любимой жене. Спасибо. Привет. Ну и, конечно же, любимому сыну. Дядя Лёш. Игрушка. Признавайся, ты кому машинку купил? Ванечке или себе? Ну, конечно, себе. Лёша, ему еще такие машинки рановаты. Ему погремушки нужны. Вы не замерзли? Пойдемте. Кстати, когда мы на море поедем? Замерзла? Скоро уже. Дом достроим, мы поедем. И Ванечку возьмем? Конечно, возьмем. Мы же одна семья. Да, Ваня, ты поедешь с нами на море.